Андре Моруа, «Ариэль», роман из жизни Шелли и Байрона, перевод с французского. Москва-Ленинград, издательство «Петроград», 1925 год. Эпиграф. «Я возвратился в тот сад любви, где росло много прекрасных цветов. Там я увидел одни лишь могилы». Вильям Блэк. Предисловие автора. Настоящая книга, по намерению автора, является скорее произведением романиста, чем историка или критика. Без сомнения, все факты, изложенные в ней, соответствуют истине, и автор не позволил себе вложить в уста Шелли хоть одну фразу или приписать ему хоть одну мысль, которые не были бы указаны в мемуарах его друзей, в его письмах, в его поэмах. Но он старался расположить эти элементы действительности в таком порядке, чтобы они производили впечатление постепенного раскрытия, естественного возрастания, то впечатление, которое свойственно, собственно, роману. Пусть читатель не ищет здесь ни эрудиции, ни новых разоблачений, и если история сентиментального воспитания его не привлекает, то ему нет надобности читать эту маленькую книгу. Кто пожелал бы сравнить и сопоставить этот рассказ с тем, что изложено у других, найдет в конце список доступных источников. Андре Моруа. Часть первая, глава первая. Метода доктора Кита. В 1809 году Георг III, король Великобритании, поставил во главе аристократического учебного заведения в Итоне доктора Кита, маленького человека, наводившего на всех страх. Он считал палочные удары необходимой станцией на пути ко всякому нравственному совершенству, и проповеди свои, обращенные к воспитанникам, заканчивал обыкновенно следующими словами: «Проникнитесь христианской любовью, ребята, или я вас буду бить до тех пор, пока она не проникнет в вас». Помещики и богатые коммерсанты, чьих сыновей он воспитывал, смотрели на эту благочестивую свирепость без тени неудовольствия и с особенным почтением относились к человеку, который перепорол почти всех отечественных первых министров, епископов и генералов. В это время всякая суровая дисциплина пользовалась одобрением высшего круга. Французская революция только что показала опасности либерализма, когда он заражает управляющие классы. Англия, официальная правительственная, составлявшая душу Священного Союза, полагала, что в лице Наполеона она сражается с философией, воссевшей на престол. Они требовали от своих публичных школ воспитания мудро-лицемерного поколения. Чтобы укротить пылкость юных аристократических питомцев Итона, их занятия были организованы с преднамеренной фривольностью. Проведя 5 лет в школе, ученик 2 раза прочитывал Гомера, почти всего Вергилия, очищенного Горация, и мог составить сносную латинскую эпиграмму на Веллингтона или Нельсона. Вкус к цитатам был до такой степени развит у молодых людей, принадлежавших к этому классу, что раз в парламенте, когда Пит остановился на половине стиха из «Энеиды», то вся палата Тори и Виги подхватила и окончила стих. Прекрасный образчик однообразного воспитания, одинаково получаемого всеми. Естественные науки и математика не были обязательными предметами, следовательно, находились в пренебрежении, зато танцы были обязательны. Что касается религии, то Кит находил всякое сомнение в ней преступным и всякий разговор о ней бесполезным. Мистицизма доктор боялся больше, чем равнодушия. Он допускал, что на службах в школьной капелле ученики смеялись и не особенно строго оберегал святость воскресного дня. Не лишне сказать здесь, чтобы дать понятие о макиавеллизме,
быть может, бессознательным этого воспитания, что он любил, чтобы ему немножко лгали. «Доказательство уважения», — говорил он. В отношениях между воспитанниками господствовали варварские обычаи. Маленькие были фагами или рабами больших. Каждый фаг приводил в порядок постель своего сюзерена, накачивал ему воду из насоса, чистил ему щеткой платье и сапоги. Всякое неповиновение каралось соответственным, то есть столь же варварским образом. Один мальчик писал своим родителям не только для того, чтобы жаловаться, а чтобы рассказать, как он провел день. Ролье, у которого я состою фагом, надел шпоры и хотел заставить меня перескочить через широкий ров. Когда я останавливался, не решаясь перескочить, он меня колол шпорами. Все бедро у меня в крови. Греческие поэты превращены в лохмотья, и новое платье разорвано. Бокс пользовался высоким почетом. После одного ожесточенного боя один из мальчиков остался мертвым на полу. Кит подошел посмотреть труп и сказал: «Это, конечно, печальный случай, но я все-таки выше всего ставлю то, чтобы воспитанник Итона был всегда готов отплатить ударом за удар». Глубокой и скрытой целью системы было образовать твердые характеры, отлитые по одной форме. Независимость в действиях была велика, но всякая оригинальность в мыслях, в костюме или в языке рассматривалась как гнусное преступление, проявление несколько более живого интереса к занятиям или к идеям считалось невыносимой аффектацией, которую следовало искоренить насильно. Но какова бы ни была эта жизнь, нельзя сказать, чтобы она не приходилось по вкусу молодым англичанам. Гордое сознание, что участвуешь в поддержании традиции школы столь древней, основанной королем, всегда помещавшейся рядом с королевской резиденцией и покровительствуемой королями, это сознание вознаграждало за претерпеваемые страдания. Только особенно чувствительные организации не могли привыкнуть к этим страданиям. Например, молодой Персивилли Шелли, сын богатого землевладельца из Суссекса и внук сэра Биши Шелли, баронета, никак не мог акклиматизироваться в Итоне. Этот мальчик необыкновенной красоты с живыми синими глазами, вьющимися белокурыми волосами и нежным цветом лица проявлял необычное для человека его класса нравственное беспокойство и невероятную склонность подвергать сомнению установленные правила, правила игры. Когда он прибыл в Итон, то старшие ученики, увидев это слабое тело, ангельское личико и девические жесты, вообразили, что перед ними робкий характер, который подчинится их власти без труда. Но они вскоре открыли, что всякая угроза вызывает у Шелли страстное сопротивление. Несокрушимая воля в теле слишком слабом, чтобы поддержать ее веление, предназначала его к возмущению. Его глаза мечтательно кроткие, когда он был спокоен, под влиянием энтузиазма или негодования загорались почти диким блеском. Голос, обыкновенно тихий и приятный, становился тогда резким и страдальческим. Его любовь к книгам, презрение к играм, распущенные волосы, расстегнутая рубашка, открывающая женственную шею, все в нем шокировало цензоров, обязательных поддерживать в этом маленьком обществе его элегантную грубость, которую оно гордилось. Придя к заключению с первого же дня своего пребывания в Итоне, что тирания старших над фагами противоречит человеческому достоинству, он сухо отказался исполнять службу, что поставило его вне закона. Его называли «сумасшедший Шелли». Самые могущественные из инквизиторов вознамерились спасти его посредством пытки, но остерегались вступать с ним в борьбу один на один, так как считали его способным на все. Он дрался как девочка, не кулаками, а ладонями, бил по лицу и царапался. Охота на Шелли
организованной сворой, стала одной из излюбленных игр в Итоне. Некоторые охотники выслеживали это странное существо, сидящее на берегу ручья и читающее произведение какого-нибудь поэта. Тогда они подавали сигнал. Услышав голоса преследователей, Шелли обращался в бегство и летел с развивающимися по ветру волосами через луга, через городские улицы, через школьные дворы, наконец припертый к стене, окруженный со всех сторон облавой, как дикий кабан, он испускал пронзительный крик. Толпа учеников бросала в него мечами, вымокшими в грязи. Один голос крикнет «Шелли», другой тотчас подхватит, и старые серые стены отражали этот пронзительный вопль. Какой-нибудь угодливый фак тянул истязуемого за платье, другой его пинал, третий подкрадывался потихоньку и ударом сапога отбрасывал в грязь книгу, которую Шелли конвульсивно сжимал под локтем. Тогда все пальцы вытягивались по направлению к жертве, и новый крик «Шелли! Шелли! Шелли!» окончательно выводил его из себя. Тогда наступал кризис, которого ожидали мучители, припадок безумной ярости, от которого глаза мальчика загорались, щеки бледнели, все члены тряслись. Утомившись однообразным зрелищем, школа возвращалась к своим играм. Шелли поднимал свои книги, запачканные грязью, и одинокий, задумчивый, медленно направлялся к прекрасным лугам, окаймляющим Темзу. Сидя на траве, освещенной солнцем, он смотрел на скользящую реку. Текучая вода, как музыка, превращает грусть в сладкую меланхолию. Своим безостановочным движением они вливают в душу уверенность, что все пройдет, забудется. Массивные башни Виндзора и Итона возвышались вокруг возмущенного ребенка, как неподвижный и враждебный мир, но дрожащий образ Ив успокаивал его. Он опять принимался за свои книги. Это были Дидро, Вольтер, система Гольбаха. Восхищаться этими французами, которых ненавидели его учителя, казалось ему делом, достойным его мужества. Его любимым чтением была книга, которая резюмировала их всех — «Политическая справедливость Годвина». У Годвина все было чрезвычайно просто. Если бы все люди прочитали Годвина, то на всей земле водворилось бы идиллическое счастье. Если бы они послушались голоса разума, то есть Годвина, то для пропитания всех было бы довольно 2 часов работы в день. Свободная любовь заменила бы глупые брачные соглашения, истинная философия заняла бы место суеверных страхов. Увы, предрассудки продолжают ожесточать сердца людей. Шелли закрывал книгу, растягивался на солнце посреди цветов и думал о бедствиях человечества. Совсем близко виднелось средневековое здание школы, и смутный шепот голосов с глупости доносился по направлению к этому прелестному пейзажу, усеянному деревьями и прорезанному ручьями. Вокруг него в спокойной равнине ничье насмешливое лицо не подсматривало за ним. Мальчик давал волю своим слезам, и, силою сжимая руки, громким голосом произносил следующую клятву: «Клянусь быть мудрым, справедливым и свободным, насколько это будет в моей власти. Клянусь не быть сообщником, даже молчаливым, своекорыстных и могущественных. Клянусь посвятить мою жизнь красоте». Если бы доктор Кит мог быть свидетелем такого религиозного порыва, столь несовместимого с порядком в хорошо содержимом заведении, то он без сомнения принялся бы лечить этот случай по своей излюбленной методе. Глава 2. Дома. Во время вакаций строптивый раб становился наследным принцем. Тимоти Шелли, его отец, был владельцем имения Фильдплесс в Суссексе. Там
был длинный белый дом, хорошо построенный, окруженный парком и большими рощами. Там Шелли находил своих четырех сестер, которые все были красивы. Маленького брата 3 лет, которого он научил кричать «Черт!» к смущению набожных ханжей, и прекрасную кузину Гарриет, которая, как говорили кругом, была похожа на него. Глава и предок семьи сэр Биши Шелли жил в деревне. Это был дворянин старой английской школы, который чванился тем, что, будучи богат, как герцог, жил как браконьер. 6 футов ростом, внушительной наружности, с чрезвычайно красивым лицом сэр Биши имел ум живой и цинический. От него Шелли унаследовал свои синие и блестящие глаза. Он затратил 80 тысяч фунтов стерлингов, чтобы построить замок, в котором он не жил, чтобы не нести расходов на его содержание, и занимал небольшой коттедж со своим единственным лакеем. Он проводил целые дни в деревенской таверне, одетый как крестьянин, разговаривая о политике с проезжающими. Из Америки он вынес особый грубоватый юмор, который пугал этих добродушных англичан. 2 из его дочерей, жившие с ним, были так несчастливы, что бежали из дому. Прекрасный предлог не дать им приданого. Его единственным желанием было округлить свое состояние, и без того громадное, и передать его нетронутым многочисленным будущим поколениям Шелли. С этой целью он превратил большую часть своего состояния в неотчуждаемый майорат, который должен был перейти по наследству к Перси, с исключением всех его братьев и сестер. Так как во внуке он видел опору своего посмертного честолюбия, то питал к нему известную привязанность. Что касается сына Тимоти, то он его презирал за фразерство. Тимоти Шелли, член парламента, был, как и его отец, высокого роста, хорошо сложен, очень белокур, очень внушителен. Сердце у него было лучше, чем у сэра Биши, но ум гораздо менее твердый. Сэр Биши, не скрывавший своего эгоизма, производил приятное впечатление той естественностью, которая составляет очарование, свойственное циникам. У мистера Тимоти были благие намерения, и это делало его невыносимым. Он любил литературу с раздражающей неловкостью нелитературных людей. К религии он выказывал светское почтение, к новым идеям агрессивную терпимость и открыто исповедовал философию пустозвонную и надутую. Он любил называть себя либералом в своих политических и религиозных воззрениях, но старался не задевать предрассудков людей своего круга. Состоя в дружеских отношениях с герцогами Норфолк, католиками, он отзывался одобрительно об эмансипации ирландских католиков, большая смелость, которую он гордился и несколько был напуган. Он легко мог расчувствоваться до слез, но мог быть жестоким, если задевалось его тщеславие. В частной жизни он хвастливо проявлял любезные манеры, но охотно соединил бы мягкость форм с деспотизмом действий. Дипломат в ничтожных вещах, грубый и резкий в важных, в сущности безобидный, но вызывавший раздражение против себя, он был как бы создан, чтобы действовать на нервы того, кто бы отнесся к нему, как суровый судья, и глупая болтовня отца немало содействовала интеллектуальному отчуждению и одиночеству его сына. Что касается мистрис Шелли, то в свое время она была самой красивой девушкой в Суссексе. По ее мнению и вкусу, мужчина должен быть бойцом и кавалером, и она с иронией смотрела на своего старшего сына, отправляющегося в лес не с ружьем, а с книгой под мышкой. В глазах своих сестер Шелли был существом сверхчеловеческим. Когда он приезжал из Итона, дом населялся фантастическими обитателями, парк
оживлялся смутным шепотом голосов, как во сне в летнюю ночь, и молодые девушки жили, не выходя из состояния приятного ужаса. Ему нравилось окружать тайной самые спокойные повседневные предметы. В каждое отверстие в старой стене он погружал палку, ища тайного хода. На чердаке он нашел комнату, которая всегда была заперта на ключ. «Там живет, — говорил он, — старый алхимик с длинной бородой, страшный Корнелий Агриппа». Когда на чердаке слышался шум, то это Корнелий переворачивал свою лампу. Целую неделю вся семья Шелли работала в саду, чтобы выкопать летнее убежище для Корнелия. Не было недостатка и в других ужасных существах. Была большая черепаха, которая жила в пруду, и старый змей, опасная пресмыкающаяся, которая некогда действительно показывалась в зарослях парка и которая один из садовников, мистера Тимоти, убил ударом косы. Этот садовник девочки, имевший человеческий вид, как вы и я, был никто иной, как само время, которое уничтожает легендарные чудовища. Все эти выдумки тем более очаровывали, что сам рассказчик не был вполне уверен, что он выдумывает. Истории о колдуньях и привидениях, которых он наслушался в детстве, сильно отразились на нервном ребенке. Но чем больше он боялся этих явлений, тем больше вменял себе в обязанность смело искать встречи с ними. Начертив круг на земле и зажегший спирт на блюдечке, весь охваченный синеватым пламенем, он начинал: «Демоны воздуха и огня». «А что вы тут делаете, Шелли?» — прервал его однажды его учитель из Итона, торжественный и великолепный Бетиль. «С вашего позволения, я вызываю дьявола». В деревне князь тьмы часто был вызываем молодым голосом, тонким и твердым. Иногда дети к величайшей радости получали от старшего брата приказ переодеться духами или чертями. Еще чаще химия в этих романтических играх занимала место алхимии. Научная дисциплина была чужда Шелли, но он любил магические эффекты науки. Вооружившись машиной, которую недавно изобрели, он электризовал всю компанию, и самая младшая, Эллен, когда видела в его руках бутылку и железную проволоку, принималась плакать. Самыми преданными и излюбленными его учениками были его старшая сестра Елизавета и его красивая кузина Гарриет Гроф. Зарождающаяся чувственность и страстное стремление к истине объединяли этих трех детей. Первые движения пробуждающейся чувственности придают идеям естественную и неотразимую прелесть ласк. Шелли увлекал своих красивых учениц на кладбище, место, которому таинственное присутствие покойников придавало в его глазах поэтический престиж. Усевшись на деревенской могиле, в тени старой церкви, укрывавшей их от поисков мистера Тимоти, он руками обнимал гибкие талии и прекрасным глазам, обращенным на него жадным вниманием, разъяснял вселенную и богов. Картина вселенной, которую он им рисовал, была проста. С одной стороны порок, короли, священники и богатые, с другой — добродетель, философы и бедняки. С одной стороны религия, состоящая на службе у тирании, с другой стороны Годвин и его политическая справедливость. В особенности он говорил с ними о любви. Гражданские законы налагают узы на наши естественные чувства. Какое безумие, когда глаз видит прелестное существо, сердце воспламеняется. Разве можно этого избежать? Любовь вянет в атмосфере принуждения. Ее сущность — это свобода. Она не уживается ни с повиновением чужой воли, ни с ревностью, ни с боязнью. Ей необходимы доверие и отсутствие принуждения, брак, тюрьма. Скептицизм, простирающийся так далеко, что затрагивает брак,
Такое умственное настроение никогда не бывает привлекательным для молодых девушек. Ересь метафизическая может иногда развлечь их, но ересь матримониальная пахнет гарью адского пламени. «Узы?» — говорила Гарриет. «Без сомнения, но разве это имеет значение, если узы приятны?» Если они приятны, то бесполезны. Разве связывают добровольного пленника? Но религия... Шелли призывал Гольбаха на помощь Годвину. Если Бог справедлив, то как можно верить тому, что он наказывает свои создания, в которые сам вложил слабость? Если он всемогущ, как можно его оскорбить, как можно ему противиться? Если в нем есть разум, то как бы он мог гневаться на несчастных, которым он дал свободу поступать неразумно? Но обычаи, какое значение имеют для нас обычаи этого краткого мгновения вечности, которое мы называем XIX веком? Елизавета поддерживала брата, и Гарриет, могла ли она долго оспаривать полубога, у которого глаза сверкают, нежная шея выступает из открытого ворота рубашки, и волосы тонкие, как волнистый шелк. «Давайте сочинять застротцы», — говорила она, чтобы переменить разговор. Это был роман, который они сочиняли втроем. Действующими лицами были правосудный разбойник, надменный и циничный, героиня, сложенная с элегантной пропорциональностью, вся составленная из женственности и чистоты. За этой работой совместного сочинительства часы проходили незаметно. Ночь настигала их врасплох, Елизавета, потворствующая сестре, оставляла в темноте невинных влюбленных. Шелли и Гарриет возвращались, обнявшись, в безумном тумане, который по вечерам поднимался с лугов. В маленькой роще, закрывавшей дом, легкий ветерок раскачивал в свете луны самые высокие ветви деревьев, анемоны, закрывая белые венчики, склоняли утомленные стебли. Меланхолия вечернего пейзажа напоминала Шелли грустную необходимость вернуться скоро под мрачные своды Итона, чувствуя под рукою теплый трепет тела прекрасной кузины, он преисполнялся мужества для жизни, которая будет посвящена борьбе и апостольскому служению. Глава третья. Друг. В октябре 1810 года мистер Тимоти проводил сына в Оксфордский университет. Член парламента был в превосходном настроении. Он остановился в своей прежней гостинице под вывеской «Оловянная лошадь». Он нашел в ней сына прежнего хозяина. Он только что вписал будущего баронета в список студентов той коллегии, которую он сам некогда украшал своим кратковременным пребыванием. Подобные церемонии всегда приятны для англичанина. Особенное удовольствие они должны были доставить мистеру Тимоти с его склонностью к церемонной торжественности. Он зашел к книгопродавцу Слаттеру и открыл новоиспеченному студенту безграничный кредит на книги и бумагу. «Мой сын, находящийся перед вами», — сказал он добродушно, указывая на высокого молодого человека с растрепанными волосами и сверкающими глазами, «мой сын, мистер Слаттер, занимается литературой. Он уже сочинил один роман, это был «Застротцы», и если бы он пожелал, чтобы вы его напечатали живьем, то я держусь того мнения, что вы не воспрепятствуете исполнению его фантазии». Жизнь в коллегии приводила Шелли в восторг. Иметь свою собственную комнату, иметь полную свободу посещать или не посещать лекции, заниматься тем, что сам избрал, читать, писать, прогуливаться по своему усмотрению — это было сочетание монастырской жизни со свободой мысли философа. Так он мечтал провести всю свою жизнь. Вечером в большой столовой он оказался рядом с молодым человеком, новичком, как и он, который, назвавший себя Джефферсоном Хоггом,
соблюдал сначала величайшую сдержанность, как того требовала оксфордская мода, но в середине ужина два соседа, будучи не в состоянии хранить дальше элегантное молчание, заговорили между собой о книгах, которые они читают. «Лучшая поэтическая литература настоящего времени, — сказал Шелли, — это литература немецкая». Хогг с улыбкой возразил, что немцам недостает естественности, слишком много романтизма его утомляет. «Какую из новейших литератур вы могли бы сравнить с немецкой? Итальянскую?» — сказал Хогг. Это слово пробудило пылкость Шелли и вызвало нескончаемую речь, так что служители могли снять со стола, прежде чем два молодых человека заметили, что остались одни. «Хотите подняться в мою комнату?» — сказал Хогг. «Мы там будем продолжать наш разговор». Шелли согласился с энтузиазмом, но, поднимаясь по лестнице, потерял нить своей речи и весь интерес к германской литературе. Пока Хогг зажигал свечи, его гость неожиданно и спокойно объявил ему, что он не видит надобности продолжать спор об этом предмете, так как он не знает ни итальянского, ни немецкого языка и говорит только для того, чтобы говорить. Хогг ответил, улыбаясь, что его собственное равнодушие и собственное невежество совершенно такие же, как у Шелли, и установил на столе бутылку, стаканы, бисквиты. «Впрочем, — сказал Шелли, — всякая литература — только пустая болтовня. Что значит изучать язык, древний или новый? Научиться называть вещи новыми именами, но неразумнее было бы изучать самые вещи». «Самые вещи? — сказал Хогг. — Но каким образом? Например, посредством химии». И с гораздо большим вдохновением, чем он говорил о немецкой литературе, Шелли стал говорить о химическом анализе. Но Хогг, которого эти предметы не интересовали, молча смотрел на своего нового друга. Отлично или даже изысканно одетый, но все платье на нем в беспорядке, тонкий, хрупкий, очень высокий. Он казался сутуловатым, так как, увлеченный своим энтузиазмом, вытягивал голову вперед. Жесты его были грациозны и стремительны. Цвет лица белый и розовый, как у женщины. Волосы длинные и спутанные. Все лицо дышало огнем, одушевлением и умом сверхъестественными. И нравственное выражение не менее поражало, чем интеллектуальное, так как в чертах его была разлита такая кротость, столько деликатности и такое горячее религиозное рвение, как на лицах святых на больших фресках во Флоренции. Шелли все еще говорил, когда часы прозвонили, он испустил крик «Моя лекция по минералогии» и исчез в коридорах. Хогг обещал ему посетить его на следующий день утром. Он его нашел в горячем споре со служителем, который хотел привести комнату в порядок. Книги, ботинки, бумаги, пистолеты, белье, порох, пули, бутылки и стеклянные мерки для химических опытов — все это лежало на полу. Электрическая машина, воздушный насос, солярный микроскоп — одни возвышались над этой картиной погрома. Шелли повернул рукоятку машины, и сухие сверкающие искры затрещали со всех сторон. Он стал на стеклянный табурет, и его длинные белокурые волосы поднялись дыбом. Хогг следил за этими движениями с любопытством, но и с некоторым беспокойством, особенно за блюда и тарелки. Когда его хозяин налил чаю, то он вытащил из чашки медную монету, всю изъеденную хлористой кислотой. Оба молодые человека стали неразлучными. Каждое утро они прогуливались пешком. Шелли вел себя в дороге, как ребенок, забирался в кустарники, перепрыгивал через рвы. Когда попадался пруд или река, он пускал бумажные лодочки и следил за ними до тех пор, пока они не опрокидывались, а приведенный в отчаяние Хогг ждал, стоя на берегу. После прогулки они поднимались в комнату Шелли. Истощенный непрерывной тратой энергии, Шелли отдавался непобедимой сонливости. Он растягивался перед огнем на широком покрывале и, сжавшись в комок, как кошка, спал,
от 6 часов до 10. Тогда он внезапно поднимался, силой протирал себе глаза, пальцами поправлял волосы и тотчас же начинал обсуждать какой-нибудь метафизический вопрос или читать вслух стихи с такой энергией, которая была почти тягостна для слушателя. В 11 часов он ужинал, но ужин его всегда был весьма несложен. По принципу, не употребляя мяса, он обожал хлеб. Его карманы были всегда полны хлебом, который он грыз во время ходьбы, читая в то же время книгу, так что путь его всегда был отмечен рассыпанными хлебными крошками. Наряду с хлебом он любил коринфский изюм и сухие сливы, которые покупал в бакалейной лавке. Регулярные обеды и ужины за столом были ему невыносимо скучны, и он редко высиживал их до конца. После ужина ум его был ясен и проницателен, его беседа блестяща. Он говорил Хоггу о своей кузине Гарриет, которой он писал длинные письма, где любовные излияния чередовались с философией Годвина, о своей сестре Елизавете, доблестной противнице всех предрассудков, или читал после ужина напыщенное письмо мистера Тимоти, прерывая чтение громкими взрывами смеха. Затем брал одну из своих любимых книг, Локка, Юма или Вольтера, и комментировал их с увлечением. Хогг долгое время недоумевал, почему эти скептики имели столько очарования для его друга с его душой явно мистической и религиозной. Он прочитал множество книг, и перед ним раскрылось бесконечное разнообразие систем, как спутанный горный пейзаж с глубокими пропастями и обрывистыми скалами. Тогда его охватило головокружение, и только доктрина, простая и ясная, как у Годвина, могла успокоить это метафизическое похмелье. Ему нравилось заменять титанические, испутанные нагромождения истории прозрачным сооружением из доктрин пустых и видимых насквозь, и он предпочитал действительному миру, несвязность которого пугала его, то приятное видение, которое ум получает о вещах, когда смотрит на них сквозь облачную дымку фантазии. Когда часы звонили 2, Хогг поднимался и, несмотря на протесты со стороны друга, отправлялся спать. «Какое удивительное существо!» — думал он, возвращаясь к себе по длинным молчаливым коридорам. Грация молодой девушки, чистота девственницы, которая никогда не выходила за порог дома своей матери, и тем не менее неукротимая сила, душа бенедиктинского монаха и идеи Сан-Кюлота. И точно, это была смесь, над которой можно было задуматься, но Джефферсон Хогг не любил утомлять себя размышлениями, и его друг Шелли всегда вызывал в нем непобедимое желание спать. Глава 4. Соседняя сосна. За несколько дней до Рождества мистер Тимоти получил письмо от одного из лондонских издателей, некоего мистера Стокдаля, который счел нужным обратить его внимание на то, какие странные произведения молодой Перси Шелли собирается выпустить в свет. В руках у Стокдаля находилась рукопись романа «Сент-Ирвин» или «Роза и крест», переполненного самыми возмутительными идеями, и этот добродетельный коммерсант не мог спокойно смотреть на то, что сын уважаемого человека пошел по такой опасной дороге. Он счел долгом предупредить отца и особенно обратить его внимание на демона-соблазнителя молодого Шелли, его товарища Джефферсона Хогга, происходящего из хорошей тарийской фамилии из севера Англии, но одаренного умом ложным, холодным и опасным. Мистер Тимоти начал с того, что написал мистеру Стокдалю, что ни копейки не заплатит по типографскому счету, обстоятельства, чрезвычайно усилившие метафизические и доктринальные опасения издателя. Затем, в ожидании приезда сына, который должен был прибыть на днях, чтобы провести рождественские вакации в Филдплейсе, он приготовил речь
одну из тех речей, бессвязных, чувствительных и угрожающих, напыщенных и шутовских, литературный жанр, в котором он был мастером. Рассуждение еще никогда никого не убедило. Но думать, что рассуждение отца может изменить идеи сына, это верх рассуждающего безумия. Разговор с отцом произвел только то действие, что Шелли вышел раздраженный глупостью своих родных, исполненный справедливого негодования против недостойного джентльмена, поведение мистера Стокдаля и более чем когда-либо привязанный к своему единственному другу Джефферсону Хоггу. В тот же вечер он ему написал длинное письмо. «Все здесь нападают на мои ужасные убеждения. Я здесь как пария. Готовится грозная буря. Что касается меня, то я спокоен и как маяк, возвышающийся над взволнованным морем, только смеюсь, глядя, как у моих ног разбиваются бесполезные наскоки волн. Я пытался просветить отца, и, к величайшему удивлению, он выслушал мои доводы. Он согласился с невозможностью допустить непосредственное вмешательство провидения. Он даже признал невероятность истории о колдуньях, привидениях и других легендарных чудесах. Но когда я стал прилагать к его собственным верованиям те истины, в которых мы только что согласились, он вскочил и принудил меня прекратить спор единственным аргументом. Правда, неизменным во все времена. Я верю, потому что верю. Моя мать уже видит меня на прямой дороге в ад и боится, что я собираюсь совратить сестер. Как это все смешно! Дом, некогда такой веселый во время вакации, был этим инцидентом погружен в печаль. Миссис Шелли приказала дочерям, чтобы они поменьше разговаривали с братом, и детей охватило чувство стесненности. Обычные приготовления к встрече Рождества продолжались, но никому они не доставляли удовольствия, и без всякого одушевления с натянутой веселостью устраивались те маленькие сюрпризы, которые бывают так приятны в дружной семье. Одна Елизавета втайне осталась верной Шелли. К несчастью, она хорошо видела, что ее чувство больше не разделяется кузиной Гарриет. Она заметила, что та с каждым днем становится все холоднее и все больше отдаляется. Письма, полученные Гарриет из Оксфорда, письма, наполненные восторженными рассуждениями, за которыми ей трудно было следить, вызвали в ней раздражение и беспокойство. Цитаты из Годвина наводили на нее непроходимую скуку и еще больше пугали ее. Редко случается, чтобы красивые женщины имели вкус к опасным идеям. Красота, естественная форма порядка, консервативна по существу. Она поддерживает установленную религию, церемонии которой украшает. Венера была всегда лучшим пособником Юпитера. Прекрасная Гарриет показала подозрительные письма своей матери, а затем, по совету последней, своему отцу, который нашел выраженные в них доктрины отвратительными. Все вокруг нее говорили, что молодой Шелли плохо кончит. Следует ли выходить замуж за оригинала, который своими выходками оттолкнул от себя весь свет? Гарриет любила элегантность, балы, успех. Во что превратится жизнь с этим энтузиастом, который не уважает даже брака? Ведь как-никак и о религии тоже надо подумать. Еще до приезда Шелли между обеими молодыми девушками происходили горячие споры. Елизавета защищала брата. Как Гарриет могла пустое удовлетворение тщеславия предпочитать счастью провести жизнь самым замечательным из людей? «Ты делаешь из своего брата какое-то необыкновенное существо», — отвечала Гарриет. «Но разве я знаю, таков ли он в действительности? Мы жили в деревне, мы ничего не знаем. Наши родители, даже твой отец, который состоит членом парламента и знает людей свет, все порицают идеи Перси. Но допустим, что он гений.
Какое право я имею тогда начать с ним совместную жизнь, которая кончится разочарованием, когда он откроет, что я совсем не похожа на ту, какую рисовало ему его воображение? Я обыкновенная молодая девушка, такая, как все. Он меня идеализировал. Он будет крайне изумлен, когда узнает, какова я в действительности. Подобная скромность возбуждала беспокойство. Любовь рассуждает с меньшим здравомыслием. Когда Шелли приехал, Елизавета ему рассказала обо всем. Он побежал к Гарриет и нашел ее точно такую, как описала Елизавета, холодной и далекой. Она даже не желала выслушивать оправдания Шелли. Она его только просила оставить ее в покое. Она упрекала его, что он скептик во всем. «Но послушайте, Гарриет, — сказал Шелли, — разве не чудовищно, что я не смею высказывать вслух убеждения, к которым я пришел путем неоспоримых рассуждений? И думаете ли вы, что мои взгляды на религию делают меня недостойным братом, недостойным другом, недостойным возлюбленным? Вы можете иметь какие вам угодно взгляды, — сказала Гарриет, — я об этом очень мало беспокоюсь. Но не просите меня, чтобы я соединила свою судьбу с вашей. Первый раз Шелли тогда познакомился с женским равнодушием, наступающим внезапно, как ночь в Центральной Африке. Он вышел от Гарриет в состоянии близком к безумию. Медленно шагал он через обнаженные и обледенелые рощи, возвращаясь в Фильдплес. И значительную часть ночи, не замечая падающего снега, ходил взад и вперед по деревенскому кладбищу, где происходили его первые свидания с Гарриет. Он вернулся к себе около 2 часов утра и лег, положив возле постели заряженный пистолет и различные яды, которые нашел в своем химическом арсенале. Но мысль о том, какое горе причинит его смерть Елизавете, удержала его от самоубийства. Утром он написал Хоггу. Он не сердился на Гарриет, ни даже на своего ее отца. Единственным виновником всей этой трагедии оказывалась нетерпимость. «Друг мой, я клянусь, и если изменю когда-нибудь свои клятвы, то да поразит меня бесконечность. Клянусь, никогда не прощать нетерпимости. В принципе, я не допускаю мести. Но это единственный случай, когда я нахожу месть законной. Все мои досуги я посвящу этой борьбе. Нетерпимость разрушает общество. Она дает силу предрассудкам, уничтожающим самые дорогие и нежные узы. О, как бы я желал быть мстителем, быть тем, кто сокрушит демона, низвергнет его в его родной ад, чтобы никогда не дать подняться оттуда, быть, наконец, тем, кто установит господство терпимости на всем свете. Я надеюсь дать некоторое удовлетворение этому ненасытному стремлению в своих стихах. Вы увидите из них и поймете, какую рану нанесло мне чудовище. Она больше не моя. Она меня ненавидит за неверие, которое раньше разделяло со мною. О, ханжество! Если я когда-нибудь прощу тебе это, то пусть небо сокрушит меня, если только небо может испытывать гнев. Простите меня, дорогой друг, я боюсь, что слишком много эгоизма в этой любовной страсти, потому что каждую минуту мне кажется, что душа у меня разорвется. Я желаю отделаться от этого чувства, оно эгоистично, а я желал бы, чтобы сердце мое билось для других. А я, как бы я хотел броситься в борьбу и погибнуть в ней, да, там я нашел бы облегчение. Есть ли преступление... самоубийство. Я спал последнюю ночь, а заряженный пистолет лежал рядом. Если бы не мысль о сестре, о вас, я бы вам сказал последнее прости. Ему оставалось провести в Фильдплесе еще 15 дней из своих вакаций, печальные дни, прожитые в обществе раздраженных родителей и встревоженных детей. Гарриет, несмотря на приглашение Елизаветы, отказалась приехать в Фильдплес. Хорошо осведомленные люди
под большим секретом передавали, что предстоит ее помолвка с одним неизвестным. Пытаясь облегчить свое горе зрелищем счастья других, Шелли возымел мысль сосватать сестру и Хогга, которые никогда друг друга не видели. Он посылал Хоггу стихи, сочиненные Елизаветой, исполненные добрых намерений, ненависти, нетерпимости и ошибок против правил стихосложения. Все братья, писала в стихах Елизавета, добросовестная ученица, все братья, даже негр, сгибающий спину под ударами бича англичанина с жестоким сердцем. Она написала целую элегию в этом стиле. Взамен она получила от Шелли поэмы Хогга, которые он находил чрезвычайно прекрасными, и в которых он сам сравнивался с молодым дубом, а Гаррет с ползучим растением, которое разрушило дерево, обвив его. «Вы не сказали, — ответил Шелли, — что ползучее растение, разрушив дуб, собирается теперь обвить соседнюю сосну. Соседняя сосна — это был мистер Гиллоер, богатый землевладелец, человек, чуждый всякому вольнодумству, точно нарочно созданный провидением, чтобы водить свою жену на балы графства. Она потеряна для меня навсегда, она вышла замуж, за глыбу земли. Она станет бесчувственной и грубой, как эта глыба. Сколько погибнет в ней прекрасных возможностей, но не будем больше им говорить, друг мой». Ему очень хотелось бы пригласить Фогга в Фильдплес, чтобы Елизавета могла убедиться, какой он превосходный человек. Но мистер Тимоти помнил о том, что ему писал издатель по поводу некоего демона-искусителя, и запретил приглашение. Глава пятая. Что и требовалось доказать. Приблизительно месяц спустя, после этих печальных вакаций, в книжную лавку господ Мондей и Слаттер, которым мистер Тимоти рекомендовал своего сына на случай, если ему придет фантазия печататься, вошел молодой Шелли с развивающимися волосами и в раскрытой рубашке. Под мышкой у него была толстая связка каких-то брошюр. Он желал, чтобы их продавали по 6 пенсов за экземпляр и выставили в витрине на видном месте, а для пущей уверенности, что это будет сделано по его желанию, объявил, что сам сейчас это сделает. Затем, отстранив книгопродавцев, принялся за работу. Господа Мондей и Слаттер смотрели на то, как он хлопочет, улыбаясь той отеческой благосклонностью, какую лавочники университетских городов относятся к студентам, хорошо снабженным карманными деньгами. Если бы они лучше всмотрелись, то ужаснулись бы, увидев, какое опасное взрывчатое вещество раскидывается элегантными стопками в их почтенной витрине. Заглавие брошюр было наиболее скандальное, какое только можно выставить на показ в городе теологов и ханжей. Необходимость атеизма. Они были подписаны неизвестным именем Иеремии Стукелей. И если бы господа Мондей и Слаттер хоть одну минуту заглянули в них, то еще более были бы напуганы дерзкой логикой этого мнимого Иеремии Стукелей. Единственным источником наших знаний служат наши органы чувств. Этой смелой аксиомой открывался памфлет, который в математической форме стремился доказать невозможность существования Бога и горделиво заканчивался 3 буквами «Q-E-D» — «Quod erat demonstradum», что и требовалось доказать. Шелли, ничего не понимавшему в математике, эта магическая формула всегда казалась как бы новейшим заклинанием, которое должно вызвать истину. Хотя он горячо верил в духа всемирной благости создателя и промыслителя всех вещей, верил в будущую жизнь и имел свою личную теологию «савойского викария» на английский лад, но слово «атеист»
Ему нравилось своей резкостью. Он любил бросать его в лицо ханжам. Как рыцарь поднимает брошенную ему перчатку, так он поднял это слово, брошенное ему некогда в Итоне. К мужеству физическому и моральному, которыми должен обладать каждый настоящий англичанин, он хотел присоединить мужество интеллектуальное. Опасность была велика, скандал неминуем, но ползучее растение обвило соседнюю сосну, и нетерпимость должна быть наказана. Необходимость атеизма едва 20 минут пролежала в витрине, как достопочтенный Джон Уокер, человек с мрачным и инквизиторским видом, занимавший должность репетитора в одной посредственной коллегии, прошел мимо лавки и посмотрел в витрину. Необходимость атеизма! Необходимость атеизма! «Необходимость атеизма», — читал достопочтенный Джон Уокер. Он был крайне изумлен, оскорблен, возмущен. Войдя в лавку, он властно спросил: «Мистер Мондейл, мистер Слаттер, что это означает?» «Право, сэр, верьте слову, мы ничего не знаем. Мы не ознакомились с брошюрой, выставленной для продажи». «Необходимость атеизма! Одно заглавие должно было пояснить вам...» «Конечно, сэр, теперь, когда вы обратили наше внимание на это заглавие, теперь, когда ваше внимание обращено, мистер Мондейл и мистер Слаттер, вы будете настолько обязательны, что уберете с окна все эти экземпляры вместе со всеми другими, которые могут быть в вашем распоряжении, отнесете их на вашу кухню и сожжете в вашей печке». Мистер Уокер не имел законной власти отдавать подобные приказания, но книгопродавцы знали, что ему стоит принести жалобу, и студентам будет запрещено обращаться в их лавку. Они поклонились с подобострастной улыбкой и послали приказчика из лавки просить молодого мистера Шелли зайти к ним переговорить. «Мы в отчаянии, мистер Шелли, но нам нельзя было иначе поступить. Мистер Уокер решительно настаивал и в вашем собственном интересе, но собственный интерес меньше всего занимал Шелли. Пронзительным голосом и с большой силой убеждения он доказывал встревоженным книгопродавцам свое право мыслить и сообщать свои мысли другим. Притом, — сказал он им, — я не удовольствовался тем, что разбросал свои приманки перед старыми слепыми птицами Оксфорда. Я сделал лучше. Я разослал по экземпляру необходимости атеизма всем английским епископам, ректору и преподавателям коллегии с надписями Иеремии Стукелей, сделанными моим почерком. Через несколько дней университетский педель явился в комнату Хогга просить мистера Шелли, чтобы он немедленно пошел к декану. Тот спустился в общую залу коллегии, где он нашел все начальство коллегии в полном сборе. Это была небольшая группа преподавателей, все люди с эрудицией и пуританскими воззрениями, лишенные всякой фантазии, представители оксфордского христианства, атлетического и классического, которые почти все давно уже не взлюбили Шелли за его длинные волосы, странный способ одеваться и поистине вульгарный вкус к естественно-научным опытам. Декан показал ему экземпляр необходимости атеизма и спросил его, не он ли автор. Так как вопрос был сделан грубым и дерзким голосом, Шелли не отвечал. «Вы авторы книги, да или нет?» «Если вы можете это доказать, представьте ваши доказательства. Вы не вправе допрашивать меня таким образом. Это против справедливости и закона. Такие приемы достойны инквизиторов, а не свободных людей в свободной стране». «Отрицаете вы, что это ваше произведение? Я не буду отвечать. В таком случае вы исключены, и я требую, чтобы вы оставили коллегию не позже завтрашнего дня». Вслед за тем один из присутствующих вручил ему запечатанный конверт с печатью коллегии. В конверте был приговор об исключении.
Шелли прибежал в комнату Хогга, повалился на диван и повторял, дрожа от гнева, «Исключен! Исключен!» Его зубы стучали, наказание было ужасно, оно означало прекращение научных занятий, невозможность их возобновления в другом университете, прекращение той прекрасной, спокойной жизни, которую он так любил, длительную и шутовскую ярость отца. Негодование охватило и Хогга. В порыве неблагоразумного благородства он тотчас же написал заявление, в котором выражал сожаление и удивление, что так могли поступить с таким благородным человеком. Он высказал надежду, что приговор не будет окончательным. Служителю было поручено передать это послание трибуналу, который еще заседал. Служитель вернулся и принес приглашение декана, чтобы Хогг сошел вниз. Аудиенция была короткая. «Это вы писали?» Это было заявление, которое Хогг только что припроводил, и он ответил утвердительно. «А это?» С большой силой и искусством опытного адвоката Хогг объяснил абсурдность вопроса, несправедливость осуждения Шелли, обязанность каждого порядочного человека, сознающего свои права. «Хорошо, вы исключены», — сказал судья яростным голосом. Очевидно, он был в таком настроении, что готов был исключить в этот вечер всю коллегию, и Хогг, в свою очередь, получил запечатанный пакет. После полудня у дверей было вывешено объявление, в нем были названы имена виновных, и возвещалось, что они исключаются за то, что отказались ответить на поставленные им вопросы. Глава шестая. Неотразимая диалектика мистера Тимоти. Оксфордский дилижанс увез исключенных и их багаж. Шелли взял взаймы у своих книгопродавцев 20 фунтов, чтобы поселиться и жить в Лондоне в ожидании вестей от отца. Комнаты, которые он осматривал вместе с Хоггом, показались ему все без исключения негодными для жилья. Улица слишком шумная, квартал слишком грязный, прислуга слишком безобразна. Наконец, Поланд-стрит пробудил в его уме сочувственные ассоциации «Польша, Варшава, свобода». В Поланд-стрите могли быть только комнаты, достойные свободного человека, и первая, которую они там нашли, была оклеена бумажками с изображением зеленых и синих виноградных кистей, что им показалось необыкновенно красивым. «Тут, — сказал Шелли, — мы окончательно поселимся и начнем опять нашу оксфордскую жизнь. Чтение у камина, прогулки, опыты. Здесь мы проведем всю жизнь». Программа восхитительная, которой недоставало только согласия мистера Тимоти и Хогга отца. Узнав о событиях в Оксфорде, мистер Тимоти был в бешенстве. Для крупного помещика, члена парламента и мирового судьи в своем графстве, приключение это было крайне неприятно. Особенно смущало его обвинение в атеизме, потому что у него была репутация либерала, смелость, которую надлежало искупить строгим религиозным правоверием. Он написал в торжественном тоне письмо мистеру Хоггу отцу, письмо, в котором оплакивал оксфордскую историю с моим сыном и вашим, и просил его вернуть как можно скорее домой вашего молодого человека. Что касается меня, писал он, то я посоветую своему сыну прочесть естественную теологию Пелли, вполне подходящую к данному случаю, и даже сам буду читать ее вместе с ним. Потом он составил для своего молодого человека сильное и суровое послание. «Хотя, как отец, я мог перенести неприятности, навлеченные вашими преступными взглядами, но я имею строгие обязанности в отношении моей собственной репутации, в отношении ваших младших братьев и сестер, в отношении моих убеждений как христианина. Если вы желаете пользоваться моей помощью, поддержкой и покровительством, то вы должны. Первое. Вернуться немедленно в Филдплесс и на долгое время отказаться от всяких сношений с мистером Хоггом. Второе. Поступить под гувернерство тех джентльменов, которых
я изберу, и оказывать им повиновение. Если эти условия не будут приняты, то мистер Тимоти оставляет своего сына на произвол тех бедствий, которые по справедливости связаны с дьявольскими и злонамеренными мнениями. Ответ был короток. «Дорогой отец, так как вы оказываете мне честь и спрашиваете о моих намерениях, которые могли бы служить основанием для вашего образа действий, я считаю долгом, хотя мне крайне неприятно оскорбить ваши чувства, с которыми относитесь к своей репутации, к репутации вашей семьи, решительно отказать в своем согласии на два предложения, содержащиеся в вашем письме, и изъявить вам, что подобный отказ будет всегда следовать в ответ на подобные предложения. Ваш любящий и почтительный сын Перси Биши Шелли». Трудность отцовской дипломатии заключается в том, что один из ведущих переговоры желает во что бы то ни стало избежать разрыва, что делает применение санкций затруднительным. Когда его условия были сухо отвергнуты, мистер Тимоти не знал, что делать дальше. Он не был в сущности дурным человеком и верил в диалектическую убедительность бутылки портвейна. Он решил поехать в Лондон и пригласить бунтовщиков в отель Миллера, где вино было хорошим. В сущности, думал он, сидя в отеле в ожидании прихода обоих чудаков, в сущности, детей следует привлекать ласковым обращением, и даже хотя бы это могло показаться смешным, снисходить до спора с ними. Ум зрелый и рассудительный без всякого труда справится с 18-летним философом, и, кстати, сказанной речью можно избежать больших несчастий. Наконец, Перси — наследник майората, и к нему перейдет титул Шелли. Важно привести его к рассудку. И добрый мистер Тимоти, перебирая в голове теологические аргументы Телли, потирал руки с удовлетворением. А тем временем молодые люди шли пешком с Полланд-стрита, читая по дороге вслух философские словарь Вольтера и отпуская остроты. Шелли особенно наслаждался тем, что старый француз писал о еврейском народе, о нетерпимости, которая всюду проявляется в Библии, о жестокости Иеговы. Когда они пришли в отель, они нашли мистера Тимоти в обществе его поверенного по делам мистера Грэхэма. Мистер Тимоти встретил Хогга с вкрадчивой и бросающейся в глаза благосклонностью, затем, обернувшись к своему сыну, он в упор выпалил в него длинной речью, которую невозможно было понять и которая сопровождалась и подчеркивалась драматическими движениями, вызывавшими смех у молодых людей. Шелли наклонился к своему другу и прошептал: «Ну, что вы думаете о моем отце?» «Это не ваш отец», — ответил тихо Хогг. «Это сам Иегова». Шелли громко засмеялся. «Что с вами, Перси? Или вы больны?» — сказал оскорбленный мистер Тимоти. «Или с ума сошли? Что вы смеетесь?» К счастью, доложили, что обед подан. Обед был превосходный и прошел без стеснения для участвующих. Когда подали десерт, мистер Тимоти послал сына заказать почтовых лошадей, а сам принялся обрабатывать Хогга. «Милостивый государь, вы совсем другой, чем я ожидал. Вы джентльмен, приятный в обращении, скромный, рассудительный. Скажите мне, что мне делать с моим бедным мальчиком? Он совсем с ума сошел, не правда ли?» «По-видимому, так, сэр. В таком случае, что я должен делать, по вашему мнению? Если бы он женился на своей кузине, то совершенно переменился бы. Он нуждается в человеке, который бы заботился о нем, хорошей женщине. Почему бы не женить его? Но каким образом? Это невозможно. Если я скажу Перси, чтобы он женился, он откажется наверняка, я его знаю. Он откажется, если вы ему прикажете жениться, и я его вполне одобряю. Но если, ничего ему не говоря, вы его познакомите и устроите так, чтобы он встречался часто с молодой девушкой, то возможно, что он в нее влюбится. И к тому же, если с первой это не удастся, вы можете попытаться достигнуть той же цели с другой». Поверенный по делам мистер Грэхэм сказал, что это превосходный план, и вместе с мистером Тимоти тут же за столом принялись составлять список молодых девушек, но в это время вернулся Шелли. Мистер Тимоти
приказал принести бутылку очень старого портвейна и начал похвальное слово самому себе. Он пользуется большим уважением в палате общин. Его ценит вся палата, и в особенности спикер, который часто говорил ему: «Мистер Шелли, я не знаю, что бы мы делали без вас». Он очень любим в своем родном графстве в Суссексе и превосходный мировой судья. Он рассказал длинную историю о двух браконьерах, которых он осудил. Вы их знаете, Грэхэм, вы знаете, что они представляют собой. Грэхэм одобрительно кивнул. Ну так вот, когда они вышли из тюрьмы, то пришли меня благодарить. Хогг так и не узнал никогда, почему эти двое несчастных благодарили своего безжалостного судью, потому что в этот момент, полагая, что портвейн достаточно оказал свое подготовительное действие, мистер Тимоти перешел к главному предмету. «Послушайте», — сказал он, — «ведь, наверное, существует Бог. Не может быть никакого сомнения по этому предмету, никакого сомнения». Никто из слушателей никакого сомнения не выразил. «Вы, сэр, — сказал он, обращаясь к Хоггу, — с своей стороны не питаете ни малейшего сомнения, ни малейшего, сэр. Но если у вас было сомнение, я могу вам доказать существование Бога в одну минуту, но, сэр, я немало не сомневаюсь. А, но, может быть, вы бы, тем не менее, захотели выслушать мои доказательства? С величайшим удовольствием. Ну, так я вам их прочту». Он стал шарить во всех карманах, вытащил письма, счета и, наконец, исписанный листок, который стал читать. Шелли, наклонив голову вперед, слушал с величайшим вниманием. «Но я это уже где-то читал», — сказал он через несколько минут и, повернувшись к Хоггу. «Где это я читал?» «Но», — сказал Хогг, — «это аргументы Пелли». «Совершенно верно», — сказал мистер Тимоти с удовлетворением, — «вы правы, это аргументы Пелли. Я их списал в книге Пелли сегодня утром своей собственной рукой, но Пелли взял их у меня. Вся книга Пелли, собственно, принадлежит мне». После этого он сложил листок и положил его обратно в карман, видимо, крайне недовольный. Сын смотрел на него с большим презрением, чем когда-либо. И обед кончился, не приведя к примирению. Шелли отказался поехать с отцом, отец отказался дать ему хоть один пенни. Только двое расстались довольны друг другом — Хогг и мистер Тимоти. Мистер Тимоти нашел, что друг его сына гораздо более обходителен, чем тот. Он не противился, как Перси, не становился на дыбы, не отделял себя, как оградой, своими принципами, которых нельзя было касаться, не задевая его сатанинской гордости. Для человека своего возраста Хогг понимал жизнь. Его мысль о браке была разумна. Хогг со своей стороны заметил, что член парламента обладал красноречием несколько туманным, но все-таки добрый малый и умеет угощать. Некоторое время спустя Хогг еще раз доказал, что понимает жизнь. Он примирился с собственным отцом, который, будучи главой старой консервативной фамилии, известной своей религиозной ортодоксальностью, не имел надобности афишировать свое негодование по поводу поступков своего молодого человека, как либеральный владелец Фильдплесса. Он посоветовал сыну заняться юриспруденцией и поместил его в контору адвоката в Йорке. Хогг должен был тогда покинуть Шелли в комнате на Поланд-стрите среди зеленых и синих виноградных кистей. Глава 7. Академия молодых девиц. Оставшись один в Лондоне, без друга, без дела, без денег, Шелли впал в отчаяние. Он проводил дни в своей комнате, слагая меланхолические стихи или переписываясь с Хоггом. Вечером, не зная, чем заняться, он ложился в 8 часов, только во сне замирала его вечная мысль о постигших его несчастьях. Как только он давал волю мечтательности, образ прекрасной и непостоянной кузины водворялся в его душе и мучил его. Он пробовал прогонять мучивший его образ с помощью сил логизмов. «Я любил ее, — говорил он себе, —
но душа ее изменилась, стала другой, следовательно, той, которую я любил, более не существует, ибо я любил ее душу, а не ее тело. Я бы с таким же основанием мог говорить о любви к червям, которые когда-нибудь зародятся в разлагающемся теле возлюбленной. Это рассуждение показалось ему в такой же мере основательным, что он удивлялся, почему оно не доставляет ему никакого утешения. Денежный вопрос становился серьезным. Мистер Тимоти не подавал никаких признаков жизни. Встретив его случайно на улице в Лондоне, Шелли вежливо справился о его здоровье, но получил в ответ взгляд мрачный, как грозовая туча, и величественный поклон: «Ваш покорнейший слуга, сэр». К счастью, сестры не забывали его и посылали ему свои карманные деньги. Только на эти деньги он и жил. Елизавета Фельдплессе была под строгой охраной и не могла видеться с братом, но обе младшие были отданы пансионерками в академию для молодых девиц мистерс Феннинг в Клафаме. И воспитанницы мистерс Феннинг вскоре познакомились с прекрасными глазами, открытыми рубашками и развивающимися кудрями брата Эллен Шелли. Он приходил с карманами, набитыми сухарями и изюмом, и перед кружком молоденьких барышень, слушавших его с восхищением, принимался обсуждать вечные вопросы. Он задался целью просветить самых хорошеньких. Ему была несносна мысль, что эти хорошенькие личики останутся под властью предрассудков. Особенно он восторгался светлыми волосами и нежным румянцем лучшего друга своих сестер, прелестной Гарриет Вестбрук. Это была молодая девушка 16 лет, маленькая ростом, но чудесно сложенная, с выражением невинной веселости и восхитительной свежести. Она сделалась очень полезной, когда мистерс Феннинг, следуя приказаниям, полученным от мистера Тимоти, потребовала, чтобы посещения стали реже. Гарриет, родители которой жили в Лондоне, выходила каждый день утром и вечером, чтобы из дому пойти в пансион. Она передавала посылавшиеся деньги и лакомства, и, естественно, что отшельник на Полланд-стрите скоро с нею подружился. Отец Гарриет Вестбрук был прежде содержателем кофейной. Своей дочери он пожелал дать воспитание дочери джентльмена. Мать ее умерла, и наблюдала за нею сестра ее, Элиза, девица уже не первой молодости. Можно себе представить, до какой степени семья Вестбрука интересовалась этим сыном баронета, наследником громадного состояния и прекрасным, как бог, жившим в маленькой комнате и питавшимся хлебом и сушеными фигами, которому младшая Вестбрук приносила карманные деньги его сестры, чтобы не дать ему умереть с голоду. Элиза настойчиво пожелала видеть героя, и Гарриет привела его. Старшая дочь содержателя кофейной несколько напугала Шелли своим видом. Она была суха и худа, на мучнисто-белом лице, испещренном шрамами, смотрела пара тусклых, невыразительных глаз. Над этим возвышалась масса черных волос. Мисс Элиза Вестбрук особенно гордилась своими волосами. Ее напыщенные, натянутые манеры составляли поразительный контраст с простотой постоянно смеющейся младшей сестры. Но Шелли скоро забыл о первом впечатлении, когда увидел, что эта зрелая девственница проявляет к нему дружеские чувства. Старшая сестра не только не противилась, как этого можно было опасаться, визитом Гарриет к Шелли, но сама предложила сопровождать ее для соблюдения приличий. И часто, когда мистер Вестбрук отлучался, приглашала Шелли обедать. Окончательно она покорила сердце молодого философа, когда попросила его, чтобы он также взялся за ее просвещение и стала читать под его руководством философский словарь. Прогулки Гарриет с Шелли были довольно скоро замечены в Академии молодых девиц. Одна из учительниц обратилась к ней с советом быть осторожнее. Этот молодой мистер Шелли известен смелостью своих взглядов. Весьма вероятно, что его нравственность не лучше, чем его идеи.
У Гарриет было отобрано письмо, наполненное самыми опасными рассуждениями. Корреспондентки атеиста пригрозили удалением из школы. Все дочери джентльменов отвернулись от дочери содержателя кофейной, и пребывание в школе сделалось для нее очень тягостным. Однажды, когда Шелли по обыкновению сидел один и читал, Элиза прислала сказать ему, что Гарриет нездорова, и пригласила его прийти посидеть с больной. Он нашел Гарриет в постели очень бледной, но более красивой, чем всегда, с ее распущенными каштановыми волосами. Мистер Вестбрук поднялся наверх, чтобы поздороваться с Шелли, который, увидев его, был очень смущен. Каково бы ни было его отвращение к предрассудкам, ночной визит в комнату молодой девушки ему самому казался нескромным. Но мистер Вестбрук был любезен, чрезвычайно любезен. «Сожалею, что не могу остаться с вами, но у меня внизу друзья. Если бы вы пожелали присоединиться к нам несколько позднее...» Шелли поблагодарил и отказался. Друзья мистера Вестбрука внушали ему страх. Он уселся у постели Гарриет рядом с Элизой, чрезвычайно красноречивая в этот вечер, она долго говорила о любви. Но скоро Гарриет стала жаловаться на сильную головную боль, она не могла перенести шум разговора. «В таком случае я спущусь вниз», — сказала Элиза и оставила детей одних. Шелли остался до половины первого, пока друзья мистера Вестбрука смеялись и пили внизу. На следующий день Гарриет стала лучше. С тех пор, как он в своем изгнании мог встречаться с молодыми девушками и развивать их ум, Шелли чувствовал себя менее несчастным. Однако он страдал от разлуки с сестрой Елизаветой. Она даже не отвечала больше на его письма. Он спрашивал себя, не держит ли ее под замком, и во что бы то ни стало хотел вернуться в Филдплесс, чтобы ее увидеть. Некоторое время у него была мысль вернуться туда по американски явочным порядкам. Что будет, если он отправится туда без предупреждения, водворится там, и на проклятие мистера Тимоти будет отвечать только молчанием? Но все устроилось гораздо проще, когда брат мистерис Шелли, капитан Пильфольд, весьма кстати прибыл, чтобы снабдить своего племянника исходной траншеей, в которой он нуждался для атаки на Филдплесс. Капитан Пильфольд был старый моряк, храбрый весельчак, который командовал фрегатом под начальством Нельсона Фольгара и бесконечно предпочитал своего восторженного племянника напыщенному бонвивану Тимоти. Был ли Перси верующим или скептиком, капитану это было совершенно безразлично, но у мальчика была воля, а это главное. Он пригласил его к себе в свое имение Кукфилд, в 10 милях от Филдплесса, и оказал ему превосходный прием. Признательный Шелли предложил заняться просвещением своего хозяина, и капитан оказался таким превосходным учеником, что через 8 дней удивлял деревенского пастора и доктора своими зажигательными силлогизмами. В Кукфилде Шелли познакомился с местной учительницей, мисс Хитченер, довольно красивой девушкой с римским профилем, приближавшейся к 30-летнему возрасту. Мисс Хитченер была республиканка. В городе она имела репутацию романтической и ученой особы. Со своей стороны она жаловалась, что никто ее не понимает. Шелли, которому она понравилась своим оппозиционным настроением, с грустью заметил, что она осталась деисткой, и предложил ей обмениваться письмами, в которых постарается излечить ее от этой слабости. Она согласилась. Тем временем храбрый капитан Пильфольд отправился, чтобы смело взять на абордаж Тимоти. Он возымел остроумную мысль вовлечь в свое предприятие герцога Норфолка.
политического главу либеральной партии, и снобизм восторжествовал над тщеславием отца. Шелли мог возвратиться в Фильдплес со всеми военными почестями. Ему назначили ежегодное содержание в 200 фунтов без всяких условий. Наконец он мог свидеться с Елизаветой, но нашел ее до такой степени изменившейся, что был поражен. Она была веселее, живее, чем прежде, но невероятно легкомысленна. Он ее знал серьезной энтузиасткой, теперь она была равнодушна к идеям, занята только детскими забавами, балами, пустыми разговорами, она жила только для света. Он попытался показать ей, как прежде, письма Хогга. «О, вы, ваш безрассудный друг, все люди, которых я знаю, считают вас сумасшедшими». После этого она заговорила о браке, она об этом только и думала, Шелли это показалось отвратительным. Неужели она забыла их совместное чтение, здравые идеи Годвина? «Брак отвратителен», — сказал он ей. «Я чувствую тошноту, когда думаю об этой ужасной цепи, самой тяжелой, какую только выковали люди, чтобы связать души, сознающие свое достоинство. Религиозное неверие и свободная любовь также необходимо соединены между собой, как религия и брак. Люди чести не нуждаются в законах. Ради Бога, Елизавета, прочтите церковную службу при совершении брака, и вы увидите, может ли порядочный человек подвергнуть любящее и любимое существо подобному унижению. Но вы, однако, хотите, чтобы я вышла замуж за вашего Хогга, да, но не перед священником и не по законам, созданным людьми, выйти замуж свободно и по любви, которая будет исполнять роль верховного жреца. Вот какие советы вы даете сестре Перси, — сказала Елизавета с негодованием. Бесполезно было надеяться убедить ум, впавший в неизлечимое легкомыслие, зачем обманывать самого себя. Она погибла, совершенно погибла. Зараза нетерпимости охватила и ее. Ее теперь интересуют только условные требования света и всякие глупости. Она хотела бы от меня, чтобы я, как полагается брату в свете, помог ей в ее охоте за мужем, но нет. Он возвратился в Фильдплес только для того, чтобы повидать сестру. Ему не оставалось ничего больше, как уехать оттуда. В приглашениях у него недостатка не было. Капитан Пильфольд охотно принял бы его в Куксфильде. Вестбрук, отец, собирался провести вакации в горах, и его дочери умоляли Шелли присоединиться к ним. Хогг просил его приехать и провести месяц в Йорке, и это приглашение соблазняло его больше других. Но мистер Тимоти, который без сомнения придавал какое-то символическое значение разлучению двух оксфордских преступников, был бы крайне недоволен этим новым сближением, и так как первая четверть обещанного пенсиона подлежала выплате 1 сентября, то надо было быть терпеливым. Хогг писал в шуточном тоне, что без сомнения красивая Гарриет Вестбрук взяла верх над старым другом. «Ваши шутки меня забавляют», — ответил Шелли. «Если я имею хоть какое-нибудь представление о том, что такое любовь, то я в настоящую минуту никого не люблю. Но я получаю письма от Вестбрук, которые ценю высоко». Пока он колебался, куда ему поехать, он получил приглашение от кузена своей матери, предложившего ему гостеприимство в уединенном уголке Уэльса. Таким образом, он мог сделать экономию в ожидании своего пенсиона, и он согласился. Проезжая через Лондон, он хотел повидаться с мисс Хитченер и позавтракать вместе с ней, но учительница с римским профилем боялась, что встреча не будет соответствовать приличиям. Затем между нею и мистером Шелли такое неравенство в общественном положении. Мистер Шелли пришел в негодование от этой мысли и написал прекрасное письмо о равенстве. Мисс Хитченер в этом письме была названа сестрою его души. Она стала думать, что леди Шелли
совсем недурно звучит, и принялась глядеться во все зеркала. Глава восьмая. Это ужасная цепь. Пейзажи Уэльса пустынны и прекрасны. Голые скалы, сжатые в крутых берегах потоки, покрытые лесом ущелья, приводили Шелли в восторг. Часто он уходил, усаживался под тенью на берегу потока и читал письма своих друзей. Из своего уединения он руководил множеством душ. Мисс Хитченер, верный Хог, капитан Пильфольд, наводивший ужас на ханжей, Элиза и Гарриет Вестбрук, не считая неизвестных. Вестбруки только что вернулись в Лондон, как Шелли получил от Гарриет письмо, очень грустная и тревожная. Отец хотел, чтобы она опять поступила в школу миссис Феннинг, где она была так несчастна, где ученицы не разговаривали с нею и даже не отвечали на ее вопросы, а учительницы смотрели на нее, как на погибшую девушку. Чем остаться в этой тюрьме, она скорее была готова покончить жизнь самоубийством. «Для чего жить? Никто не любит меня, и нет никого, кого бы я могла полюбить. Разве самоубийство преступление для существа, бесполезного для других, носимого для себя? Раз нет божеского закона, то может ли закон человеческий запретить такой естественный акт?» Письмо это испугало Шелли. Логика школьницы показалась ему безукоризненной. Его уроки создали ему эту ученицу. Но может ли он ответить ей сухо и дать ей умереть? Прежде чем отчаиваться, она могла бороться, отказать в повиновении. Он ей посоветовал быть твердой и сам написал мистеру Вестбруку укоризненное письмо. Старый содержатель кофейной вознегодовал, чего ради вмешивается в его дела этот молодой барич, который вот уже 6 месяцев вертится вокруг его дочерей. Элиза уверяла прежде, что он женится на Гарриет, но видано ли было, чтобы будущий баронет женился на дочери содержателя кофейной? Этот мистер Шелли домогался, очевидно, чего-то другого, а не брака. К тому же мистер Вестбрук составил себе определенное мнение о Шелли в тот вечер, когда, найдя его в комнате дочери, пригласил прийти выпить стаканчик с ним и его друзьями. Мистер Шелли пренебрежительно отказался. Демократ? Поборник равенства? Этот внук сэра Биша Шелли? Миллионера? Полноте. Все эти люди на один лад. Гарриет получила приказание готовиться к отъезду. Она написала Шелли последнее письмо. Проект самоубийства был заменен другим, несколько менее печальным. Она слишком несчастна и подвергается невыносимым преследованиям, поэтому она готова бежать с ним, если он согласится. В страшном волнении он сел в дилижанс и поехал в Лондон. Неоспоримо, что на нем лежат обязанности по отношению к этому ребенку. Не он ли образовывал ее, вдохнул в нее мужественную душу, которая не переносит несправедливости? Его письмо было первой причиной ее несчастья. Но если он убежит с ней, чем они будут жить, где, каким образом? У него нет никакой профессии, никакого будущего. Да и любит ли он ее? Может ли он любить после великого разочарования, испытанного им? Однако Гарриет была прелестна, и мысль, что он поедет вместе с хорошенькой больной, которую он видел однажды вечером в постели с распущенными волосами, эта мысль опьяняла его. Трудно было прогнать этот восхитительный образ. Наконец он ее увидел. Она была бледная, худая, вид как у трагической героини. Вас измучили, но... Нет, мой друг, но... Она не решалась сказать, но я вас люблю. Но это сказали ее бледность, ее глаза, не отрывавшиеся от Шелли ее волнение. Правда заключалась в том, что она его безумно любила.
Эта девочка, благодаря ему, стала совершенно другим существом. До знакомства с ним у нее были нормальные вкусы ее среды. Она восторгалась красным мундиром, и когда думала о любви, то все ее герои были военные. Но, думая о браке, охотно представляла себе будущего мужа клержменом. Шелли совершенно уничтожил эти благоразумные влечения. Когда она в первый раз услышала, как он высказывает свои взгляды на религию и политику, то испугалась и дала себе обещание обратить его на путь истины. Но логика Шелли подавила ее уже при первой беседе. Побежденная более сильным умом, она покорилась наслаждением. Теперь она обожала этого человека и его доктрину. Видя, что он не решается приехать к ней, она испугалась, что никогда больше его не увидит, и преувеличивала свои страдания, чтобы заставить героя приехать. Шелли не особенно восторгался странствующими рыцарями, их поведение не было рациональным. Можно ли отдать женщине жизнь, уже посвященную служению человечеству? Но он забыл о своих принципах, увидев перед собою это грустное личико, которое он мог осчастливить одним словом. Он протянул руку Гарриет и сказал ей, что весь ее. У него еще сохранилась капля благоразумия, и он устранил мысль о немедленном бегстве. Торопиться было бесполезно и опасно, но Гарриет может быть спокойна. Если попытаются силой заставить ее подчиниться, то пусть она его позовет, где бы он ни был. Он прибежит и уведет ее с собою. Личико Гарриет опять расцвело, как у 16-летней, которая влюблена и любима. Но как только он вышел из комнаты и перестал видеть этого счастливого ребенка, Шелли глубоко вздохнул и погрузился в бесконечные размышления. Хогг, которому он написал и рассказал всю сцену, ответил ему убедительным письмом, в котором умолял своего друга не бежать с Гарриет, не соединившись с нею браком. Он сказал, что Шелли враждебно относится к браку, но выдвинул сильные аргументы. Если вы на ней не женитесь, кто подвергается риску, вы или она? Конечно, она одна. Презрение света обратится на нее. Она пожертвует своей репутацией и спокойствием. Имеете ли вы право наложить на нее такую жертву? Это письмо затронуло в Шелли отзывчивую струну. Из всех чувств чувство эгоизма было ему наиболее противно. Но как быть с убеждением, что брак есть акт преступный и безнравственный? Соответствующие главы политической справедливости беспокоили его совесть. Но тут ему кто-то сообщил, что сам великий Годвин был женат 2 раза, и этот пример успокоил его. «Да», — ответил он Хоггу, — «бесполезно стараться частным примером переделать общество до тех пор, пока разум не выполнит своей преобразовательной миссии, и человек, идущий по новому пути, перестанет подвергаться бесчисленным гонениям». Однако он не спешил приложить к делу свои новые идеи. Дядя Пильфольд звал его в Кукфильд. Он знал, что там он опять увидит красивую учительницу с римским профилем, сестру его души, посвящение которой в доктрину он желал завершить. Уезжая, он опять обещал Гарриет, что вернется в Лондон по первому зову. Надо было иметь 19 лет, чтобы питать хотя бы малейшие сомнения насчет того, что должно было последовать. Влюбленная молодая девушка, получив такое обещание, не может долго противиться искушению. Не прошло недели, как настоятельно потребовали Шелли в Лондон. Преследователи еще раз пожелали отдать Андромеду на съедение школьного дракона. Шелли казалось, что нет другого выхода, как предложить бегство и немедленный брак. На следующий день дилижанс, отправлявшийся в Эдинбург, увозил на север этих 2 детей, которым вместе было 35 лет. Акт сознательной воли
а не слепой страсти, думал молодой рыцарь, сидя в тряском дилижансе против своей хорошенькой невесты. Глава 9. Молодая любовь. Парочка молодых влюбленных, красивых и преследуемых, производит почти неотразимое очарование. Обитатели Эдинбурга, которые не имеют репутации людей чувствительных, когда обращаются к их кошельку, не могли, однако, отказать в снисходительном приеме этой детской парочки, приехавшей к ним в такой лучезарной бедности. Покидая Лондон, Шелли взял взаймы у одного приятеля несколько фунтов, но по прибытии в Эдинбург у него не осталось ни одного пенни. Бесполезно было рассчитывать на какую-нибудь помощь от отца, которого весть о бегстве сына должна была привести в ярость. Но хозяин, сдавший им хорошенькую квартирку в нижнем этаже, удовлетворился рассказом об их приключении, видом хорошенькой Гарриет и обещанием скорой уплаты. Он сделал лучше. Он им одолжил необходимую сумму, чтобы прокормиться в течение нескольких дней и пожениться согласно простым законам Шотландии. Он поставил только одно условие, чтобы в вечер свадьбы Шелли с женой приняли приглашение пообедать вместе с ним и его друзьями. Таким образом, внук сэра Биши отпраздновал свою свадьбу в кружке эдинбургских торговцев. Вино и зрелище этих молодоженов сделали честных пуритан несколько слишком вольными для вкуса Шелли. Шутки становились рискованными, хорошенькая Гарриет, которая была скромна, много краснела, а Шелли объявил, что он с женой удаляется в свою комнату. Эта новость была принята громким взрывом смеха. Несколько позднее в их дверь постучали. Шелли открыл, это был хозяин. «Здесь такой обычай», — сказал он несколько пьяный, — «что приглашенные на свадьбу встают среди ночи и моют новобрачную виски». «Я размозжу череп первому, кто проникнет в эту комнату», — сказал Шелли, показывая свои пистолеты. Его голос дрожал, глаза сверкали, как некогда в Итоне. Эдинбургские торговцы рассудили, что этот молодой человек с лицом, как у девушки, опаснее, чем кажется, и, почтительно пожелав ему спокойной ночи, стремглав спустились с лестницы. Шелли и Гарриет очутились женатыми, свободными и одинокими в большом незнакомом городе. Они смотрели друг на друга с восхищением. Довольно было нескольких дней, чтобы молодой муж, который в дилижансе думал с грустью, акт сознательной воли, а не слепой страсти, совершенно влюбился. На Гарриет действительно было приятно смотреть, всегда хорошенькая, всегда свежая и живая, всегда хорошо причесанная. Она казалась белым роскошным цветком. Она одевалась очень просто, но всегда опрятно. Не обладая настоящим образованием, она была замечательно начитана. Она прочитала невероятное количество книг. Она читала целый день, и ее любимыми книгами были произведения, трактующие о нравственности. Ее учитель и возлюбленный внушил ей уважение к добродетели, и Телемак Фенелона был ее излюбленным героем. Она часто старалась произносить магические слова «нетерпимость», «равенство», «справедливость», и этот детский ротик высказывал такие вещи, которые встревожили бы лорда-канцлера. А что до англиканской религии, то она ее игнорировала с такой же естественностью, как могли бы это сделать Калипсо или Навзикая. Дети были прелестны, но им не доставало общества, хотя Шелли далеко не был равнодушен к своей грациозной, милой, преданной Гарриет, ему случалось сожалеть об остроумной беседе Хогга и красноречивом энтузиазме мисс Хитченер. Он с беспокойством спрашивал себя, что та думает о его женитьбе. «Мой дорогой друг», — писал он ей, — «могу ли я еще вас называть так, или своим двусмысленным поведением я потерял уважение мудрых и добродетельных людей? Как все мои планы изменились в одну неделю, и в какой мере мы являемся рабами обстоятельств?
Вы себя спросите, каким образом я, атеист, я мог подчиниться церемонии брака, как моя совесть могла на это согласиться? Сейчас я это вам объясню. После этого он вслед за Хоггом привел доказательство, что доброе имя и преимущества, с этим связанные, это такие блага, которых он не вправе отнять у любимого существа. Порицай меня, если можешь, о самый дорогой из друзей, ибо ты для меня дороже всех. Если Гарриет в 16 лет еще не достигла той высоты, как вы, в более зрелом возрасте, то помогите мне образовать эту душу, поистине благородную и достойную ваших забот. Но она уже и сейчас прелестна, или я впал в самое непростительное заблуждение». Письмо заканчивалось приглашением приехать в Эдинбург, где присутствие Гарриет делало их совместное пребывание совершенно приличным. Мисс Хитченер не согласилась. Быть может, поэтическое обращение на «ты» было недостаточно, чтобы сгладить впечатление от фразы «действительно неудачной» о 16 годах и о более зрелом возрасте. Но если девственница из Куэпуэнте не приехала, чтобы помогать окончательной отделке души Гарриет, то в одно солнечное утро Шелли услышал, что стучат к нему в окно нижнего этажа, и с радостью увидел, что на улице стоит с чемоданом в руке его друг Хогг, который, получив от адвоката в Йорке отпуск на несколько недель, приехал провести их в Эдинбурге. Хоггу был оказан триумфальный прием. «Наконец мы опять вместе. Мы больше никогда не расстанемся. Вам надо приготовить постель в этом доме». Появилась Гарриет. Хогг был очарован. Никогда он не видел женщины с таким сиянием молодости, счастья и красоты. Притащили хозяина. «Необходима кровать, сию же минуту, кровать в этом доме, это необходимо, без этого нельзя обойтись». Когда хозяин мог, наконец, ответить, он предложил комнату в последнем этаже. Трем друзьям надо было рассказать и расспросить друг друга о тысяче вещей, все говорили в одно время, пока маленькая служанка принесла чай. Когда радость несколько успокоилась, Шелли предложил прогуляться, и они отправились посетить дворец Марии Стюарт. Гарриет, хорошая ученица Академии молодых девиц и усердная читательница исторических романов, разъясняла тысячи интересных деталей. Когда они вышли из дворца, Шелли извинился, он должен вернуться домой, чтобы написать письмо, но он выразил желание, чтобы Гарриет поднялась вместе с Хоггом на холм, откуда открывается вид на весь город. Хогг восторгался видом, и они долго оставались наверху. Быть может, спутник так нравился Хоггу, что он находил всякую прогулку приятной. Когда они спускались, Гарриет заметила, что сильный ветер заворачивал ей юбку, и Хогг украдкой с интересом рассматривал ее щиколотки. Она опять села на скалу и объявила, что будет сидеть, пока ветер не утихнет. Хогг, умиравший с голоду, сильно завозражал и ушел один. Она бегом последовала за ним. Так начались несколько недель восхитительной жизни. Беспокоил только вопрос о деньгах, но благородный дядя Пильфольд часто посылал подарки. «Сердиться на своего сына — это очень хорошо, — говорил он, — но морить его голодом — это совсем другое дело». У Хогга, впрочем, было немного денег, хотя мистер Тимоти дал себе труд написать его отцу. «Считаю долгом сообщить вам, что мой молодой человек недавно бежал в Шотландию с молодой особой женского пола, и что ваш молодой человек присоединился к ним». Каждое утро Шелли выходил, чтобы на почте получать свои письма, число которых было поразительно велико. После завтрака он писал или работал над предпринятым им переводом Бюффона. Гарриет и Хогг отправлялись гулять.
Если погода была дурная, Гарриет читала Хоггу. Она любила читать вслух и читала очень хорошо, с большой четкостью произношения. Хогг таким образом выслушал большую часть Телемака и никогда не жаловался. Мудрый Идоменей, законодатель Крита, был невыносимо скучен, но чтица была так красива, что он без скуки слушал бы ее в продолжении целых дней. Шелли, менее вежливый, иногда засыпал, и его вынуждены были расталкивать. Его друг присоединялся к жене, чтобы осыпать его комическими упреками, и Хогг находил бессознательное удовольствие в том, чтобы быть в союзе с Гарриет. Дело происходило в 1811 году, год появления кометы и хорошего вина. Ночи были светлые и звездные. Глава 10. Что такое был Хогг? Так как отпуск Хогга кончался, и ему надо было вернуться к своим занятиям, у йоркского адвоката Шелли и Гарриет, которым нечего было делать в Эдинбурге, как, впрочем, и во всех других местах, решили, что поедут за ним. Перед ними развертывался план жизни, простой и необходимый. Они останутся в Йорке со своим неразлучным другом в течение тех нескольких месяцев, пока не закончится его стаж. Потом все трое отправятся в Лондон, проведут там остаток дней, занимаясь писанием, чтением про себя и вслух. Чтобы не слишком утомлять Гарриет, они наняли почтовую карету. По обеим сторонам дороги однообразно чередовались поля, засеянные овсом и свекловицей. «Но где же овес? Где свекловица?» — спрашивала Гарриет. «О, сейчас видно городскую девочку», — ответил Шелли с негодованием. Насмешливый Хогг удивлялся в своем углу, как мудрый Идоменей, такой знаток земледелия, не просветил своей ученицы. Чтобы не было скучно в дороге, Гарриет продолжала читать вслух Телемака. Шелли испускал глубокие вздохи. «Гарриет, дорогая, неужели необходимо все читать?» «Да, решительно. Вы не можете немножко прогуляться?» «Нет, это невозможно». На первой перепряжке Шелли исчез. У него была всегда удивительная способность исчезать в воздухе, как эльф. Хогг, наконец, нашел его на берегу моря. Он смотрел на заходящее солнце с меланхолическим видом. Йорк ему сразу не понравился, и очень сильно. Теологическое и административное величие древней столицы Севера не могло его тронуть. В поисках квартиры они находили только жалкие комнаты. «Мы не можем здесь оставаться», — сказал Шелли. Но чтобы уехать, нужно было иметь деньги. Он решил отправиться в Кукфилд и повидать храброго капитана Пильфольда, покровителя свободных умов. Там он мог посетить мисс Хитченер. «Быть может, она согласится поехать с ним в Йорк, а проездом через Лондон заберет с собой Элизу, которая желала видеть Гарриет. Таким образом, они все окажутся вместе в первый раз, все духовные сестры Шелли». Он взял место в дилижансе, Гарриет и Хогг остались одни. Положение было странное, но не лишенное приятности. В этом чужом городе они были так же свободны, как на необитаемом острове, и Гарриет находила детское удовольствие играть в семейную жизнь с товарищем, молодым и интересным. Саркастический тон Хогга ее забавлял и составлял приятный контраст с пылкой серьезностью Шелли, которой, впрочем, она восторгалась. Хогг в Эдинбурге и во время путешествия делал ей 1000 комплиментов, и это ей совсем не показалось смешным. Перси был всегда несколько профессор. Он научил ее тому, что она знала. Он серьезно исправлял ее ошибки. Он знал ее способности. Хогг, напротив, всем восхищался. Он замечал ее туалет, ее прическу. Он слушал Телемака, воздавая должное голосу чтицы. Он всегда был хорошо настроен, это было очень приятно. Состояние духа у Хогга было другое и далеко
не так чисто, проведя целый день с этой прелестной девушкой, с которой Шелли оставил его в одиночестве и которая в семье Вестбрук не научилась, быть может, необходимой сдержанности, он почувствовал к ней сильное влечение. Сначала он говорил себе, что эта мысль отвратительна, и что жена столь нежно любимого друга не может быть женщиной для него. Но ум софист, и его ум, который был очень живой, стал подбирать, как всегда, доводы для оправдания возбужденных инстинктов. «Моя ли это вина?» — говорил он себе, — «если Шелли толкает ее в мои объятия? Можно ли проводить дни за писанием писем о добродетели, когда владеешь таким чудесным созданием? Она восхитительна! Когда она проходит по улицам Йорка, все святоши подходят к окнам. Да и любит ли ее Шелли? Он с ней обращается с видом любовного покровительства, но довольно пренебрежительно, и он не совсем не прав. Что такое Гарриет, дочь содержателя кофейной? Она не может быть очень недоступна». С тех пор, как он познакомился с Шелли, два противоположных чувства боролись в его душе. Он восторгался нравственным мужеством, сердечной откровенностью и пылкой прямотой своего друга. Он признавал, что эта душа есть чистый и цельный алмаз, но в то же время юмористическая сторона его ума замечала комизм этих сильных декламаций, этой лихорадочной деятельности, которая волнуется в пустоте. В Оксфорде он был образованным, гуманным и насмешливым Санчо, этого Дон Кихота с белокурыми кудрями. Он бы дал и себя исковеркать вместе с ним всем страшным ветряным мельницам. В первое время их дружбы и до встречи в Эдинбурге восхищение брало в нем верх, и ирония только окрашивала это восхищение беглым и нежным отблеском. Теперь же, раздуваемая страстью, ирония вырастала с каждым мгновением. Первый день отсутствия Шелли он, выйдя из конторы, отправился к Гарриет, чтобы взять ее на прогулку на берег реки. Он смотрел на нее с восхищением и говорил ей тысячу пустяков. Она говорила о своем муже, которого ожидала с нетерпением, во-первых, чтобы увидеть его, а во-вторых, потому что он должен был привести ее дорогую сестру Элизу. «Элиза очень красива, вы увидите, у нее прекрасные черные волосы, она очень умна, она руководила мною во все важные моменты жизни». «Неужели у вас, у девочки, были важные моменты вашей жизни?» Гарриет рассказала о своих несчастьях в школе, о своем браке. Она замолчала на минуту, отдавшись воспоминаниям, затем спросила: «Что вы думаете о самоубийстве? Вам никогда не приходила в голову мысль покончить с собой?» «Никогда», — сказал Хог. «И вам также, надеюсь?» «Нет, я об этом думала часто. Даже в школе мне случалось просыпаться ночью с мыслью о самоубийстве. Я смотрела через окно, прощалась с луною, со звездами, со спавшими ученицами, и потом опять ложилась в постель и засыпала». Они продолжали прогулку, обмениваясь доверчивыми признаниями, потом вернулись домой и принялись готовить чай, церемония, в продолжении которой Хог был очень забавен. Потом Гарриет предложила читать вслух. Хог никогда не знал, что она читала в этот вечер, и когда она ему сказала «спокойной ночи», подумал, удаляясь в свою комнату, может ли она быть спокойной. На следующий день, едва он увидел ее, то сказал ей, что любит ее безумно. Это привело Гарриет в большое волнение и в большое негодование. Для молодой 16-летней девушки она оборонялась достаточно хорошо. Она говорила о Шелли, о добродетели. Разве вы не видите, что ваше поведение отвратительно? Перси доверил меня вашему покровительству, а вы злоупотребляете его доверием. Но я убеждена, что вы уже изменились. Умоляю вас не говорить больше ни слова об этом. Даже чтобы не огорчать Шелли, который так верит вам, я ему ничего не скажу об этом». Гарриет говорила с одушевлением. Она чувствовала себя как солдат во время битвы и храбро сражалась.
Она осталась победительницей. Хог обещал, что будет благоразумным. Вечером, когда он пришел из своей конторы, он увидел рядом с Гарриет на диване высокую женщину с черными волосами цвета вороньего крыла, с тусклым бледным лицом, напоминавшим лошадиную морду. «Хог», — сказала Гарриет, — «вот и Лиза». Она приехала, не правда ли? Это мило с ее стороны. Элиза, это Хогг, наш большой друг, о котором Шелли вам часто говорил. Элиза сухо наклонила голову. «Я думал, что вы приедете вместе с Шелли», — сказал Хогг. «О, ничего подобного», — сказала Элиза и продолжала прежний разговор с Гарриет, не обращая внимания на гостя. Хогг не привык к такому обращению в этом доме. «Так вот она, Элиза», — думал он. Она ужасна и вульгарна. Кончилось мое тет-а-тет. Быть может, к лучшему, но все-таки крайне неприятно. «Гарриет, дорогая», — сказал он громко, — «разве сегодня не будет чаю? Вы не пьете чаю, мисс Вестбрук?» — сказал он вежливо, обращаясь к Элизе. «А вы, Гарриет?» «Я также нет». Хогг покорился, приготовил чай и пил его один в молчании. С этой минуты для него исчезла вся привлекательность его посещений. Элиза опять вступила в командование, она руководила Гарриет в продолжении ее детства. На несколько недель, необходимых для совершения брака, она должна была предоставить главенство Шелли, но теперь вступила в эту семью, как капитан вступает на свой корабль, подняла свой флаг на мачте и не переносила другого хозяина на борту. Она начала с суровой критики поведения Шелли. «Если бы я не приехала, он бы вас оставил одну с молодым человеком. Это непостижимо. Праведное небо, что скажет мисс Уорк. И этот молодой человек называет вас «дорогая Гарриет», и вы терпите такое обращение. Как только Хогг предлагал прогулку, и не думайте об этом, — говорила Элиза. Гарриет страшно утомлена, она очень страдает. «Гарриет? — говорил изумленный Хогг. — Что с ней? У нее нервы очень расстроены, надо быть слепым, чтобы этого не замечать». И если Гарриет желала читать Хоггу целомудренные наставления и Доминея, которые ему были так необходимы, то Элиза заявляла: «Читать вслух, Гарриет? А ваши бедные нервы, праведное небо, что скажет мисс Уорк?» «Но кто это мисс Уорк?» — спросил, понизив голос, Хогг у Гарриет, пользуясь мгновением, когда страшная Элиза закрылась у себя в комнате. «Это большой друг Элизы. Мы очень дорожим ее мнением». «Почему? Разве это особо замечательно своим происхождением, воспитанием? Мисс Уорк? О нет, она дочь содержателя бара, как и мы». Хогг вздохнул и поднял глаза к небу. «Что она делает, Элиза, в своей комнате? Или она читает?» «Нет!» — Гарриет наклонилась к нему и сказала с таинственным видом. «Она щеткой приглаживает волосы». «В таком случае выйдем, Гарриет». Гарриет сперва отказалась, но так как приглаживание волос щеткой продолжалось, то она согласилась на несколько минут пойти с Хоггом. После своей первой попытки Хогг соблюдал обещание быть благоразумным, и Гарриет была этим довольна и разочарована. Уверенная в своей добродетельной силе сопротивления, она была не прочь вновь ее испытать. На мосту Хогг остановился. Раздувшаяся река неслась с чрезвычайной быстротой вертевшиеся обломки всякого рода. «Гарриет, не находите ли вы, что Элизе было бы как раз место здесь, на поверхности реки, со своими черными волосами, она бы крутилась вихрем в водовороте, как бревно?» Гарриет отвернула голову и рассмеялась. Это было кощунство, но Хогг был так забавен. «Какой у вас красивый смех, такой задорный, такой веселый, дорогая Гарриет!» Мужественная Гарриет почувствовала, что бой близок. Глава 11. То, чем был Хогг. Продолжение. Шелли вернулся на следующий день, скорее, чем ожидали.
он ни в чем не успел. Мистер Тимоти отказался его видеть по другим соображениям, чем его сын, но он также смотрел на церемонию брака как на главное преступление. «Я бы охотно платил, — сказал он капитану Пильфольду, — за содержание незаконных детей, но жениться? Не говорите мне больше о нем». Мисс Хитченер из страха перед возможными сплетнями не согласилась сопровождать Шелли, проезжая через Лондон. Он узнал, что Элиза уехала, не дождавшись его. Он вернулся утомленный и грустный и надеялся отдохнуть в обществе жены и друга. В первые же минуты он почувствовал, что в этом маленьком обществе царит какое-то стеснение и принужденность. Элиза, закрывшись у себя в комнате, в продолжение целого дня занималась приглаживанием волос щеткой. Хог и Гарриет, вместо прежних шутливых поддразниваний за чайным столом, вызывавших громкие взрывы смеха, держались далеко друг от друга, и когда Хог обращался к Гарриет, она ему отвечала тоном сухим и полным таинственности. «Дорогая Гарриет, — сказал Шелли, когда они остались одни, — мне не нравится ваше высокомерное отношение к Хоггу, он мой лучший друг. Когда меня не было, он составлял ваше общество. Теперь к вам приехала сестра, но это не основание пренебрежительно относиться к человеку, на которого я смотрю как на брата». Гарриет вздохнула. «Прекрасный друг», — сказала она с многозначительным видом. Удивленный Шелли настаивал, чтобы она высказалась яснее. Она рассказала. «Он два раза объяснился мне в любви. Первый раз он мне сказал, что любит меня безумно. Я пробовала обратить это в шутку. Я его заставила замолчать. Я думала, что это кончено, и даже решила ничего вам не говорить, чтобы не тревожить вас. Но вчера он опять начал. Он мне сказал, что не может жить без меня, что он себя убьет, если я его отвергну». Шелли почувствовал, что леденеет. Странное ощущение внезапной смерти остановило его сердце. Хог это сделал. Но разве вы ему не сказали? О, я ему сказала все, что можно было сказать, что он изменяет дружбе, изменяет вашему доверию. Какое все это имеет значение, когда любишь, — ответил он мне, — Шелли, у которого душа холодная и чистая, ему подходит рассуждать о добродетели, но я вас люблю, и все остальное для меня ничто. К тому же, какое зло причиним мы Шелли? Он никогда не узнает, вы можете любить меня и сохранить к нему привязанность, он вовсе не так сильно занят вами». «Он это сказал?» «Да, и еще много другого. Он сказал, что вы вносите рассуждения туда, где им совсем не место, что вы пылки к химерам, но холодны, как лед, в чувствах, которые одни только имеют значение в жизни. Я отвечала, как могла». Шелли в бессилии опустился на диван. Ему казалось, что на весь мир опустился серый покров. Им овладело моральное головокружение, и мысли завертелись в нем вихрем. Он дрожал, чтобы Хог пытался соблазнить мою жену, и чтобы он выбрал для этого тот момент, когда я ее доверил его защите. Это лицо, на которое я смотрел с такой любовью, я думаю, что если бы все могли видеть в этом лице то, что я в нем вижу, один его честный вид привел бы к общему умиротворению. Никогда ничего более преступного. Между тем, его поведение в Оксфорде такое благородное, столь бескорыстное. Я должен переговорить с ним, объясниться. Он нежно поцеловал Гарриет, а Хогга попросил пойти с ним вместе за город. Хог ожидал, что будет сцена, и приготовился к ней. Он ничего не отрицал. «Да, это правда, я полюбил Гарриет с первого дня, когда увидел ее в Эдинбурге. Разве я виноват? Я так создан, что женская красота сводит меня с ума. Гарриет удивительно хороша. Повторяю, я полюбил ее с первой минуты». «Это не любовь, а похоть. Это грубый инстинкт. Не та благородная страсть, которая возносит человека над животным. Любовь? Подумайте, Хог, любовь
предполагает забвение самого себя и стремление дать счастье любимому. Вы же можете причинить Гарриет только несчастье. Следовательно, ваше чувство не любовь. Наоборот, это эгоизм. Называйте, как хотите. Что значит имя? Но это ужасная страсть, и я бы боролся с ней, если бы не чувствовал, что она непобедима. Никакая страсть не является непобедимой. Воля побеждает все. Если бы вы подумали обо мне, уверяю вас, что это открытие состарило меня больше, чем могли бы состарить 20 лет бедствий. Я чувствую, что сердце мое иссушено, а бедная Гарриет. Полагаете ли вы, что все это не крайне тягостно для нее? Хог был бледен и имел убитый вид. Он казался пристыженным и действительно был таким. Он также любил Шелли и сурово осудил себя. Ни одна женщина не стоит того, чтобы ей пожертвовали таким другом. Он сказал: «Я жалею о происшедшем Шелли. Я постараюсь забыть. Я бы хотел, чтобы вы и Гарриет простили мне, и мы бы могли опять жить, как прежде. Не сердитесь больше на меня». «У меня нет ни капли гнева против вас. Я ненавижу ваше заблуждение, а не вас. Я надеюсь, что придет момент, когда вы будете смотреть на свое ужасное заблуждение с таким же отвращением, как я. В этот день с вас снимется всякая ответственность. Человек, который жалеет о сделанном, уже не тот, который это совершил. И, конечно, я не стану упрекать ваше «я», настоящее и очищенное, за те заблуждения, в которые впало ваше исчезнувшее «я». Он был так счастлив, что победил в себе гнев и ревность, и нашел путь спасения для Хогга, что почти позабыл об обиде. Но женщины менее снисходительны. Когда Шелли вернулся и рассказал, что простил виновному, «Как!» — воскликнула Элиза. «Вы намерены продолжать жить вместе с этим человеком? Праведное небо! Что будет с бедными нервами Гарриет?» На следующий день, когда Хогг пришел из своей конторы, он нашел дом пустым. Глава 12. Первые встречи с возрастом зрелости. Шелли и его дамы, убегая от несчастного Хогга, решили направиться в прелестную область озер. Шелли влекло туда сентиментальное побуждение, похожее на то, которое сразу внушило ему симпатии к Полланд-стриту. Два великих либеральных поэта, Соути и Колридж, уже давно поселились там, и счастливый случай мог бы устроить их встречу с Шелли. Ничто не могло бы быть приятнее для Шелли, как лично узнать тех немногих великих людей, которые разделяли его идеи. Они наняли в Кесвике маленький коттедж, окруженный цветником. Пользование садом не было выговорено при найме, но хозяин, который смотрел на Шелли и Гарриет, как на заблудших детей, позволил им там проводить время. Скоро почтальон почувствовал бремя переписки Шелли. Прежде всего была переписка с Хоггом, не подававшая больше надежд. Он писал Гарриет длинные письма, в которых клялся в одно и то же время, что никогда не нарушит уважение к ней и будет вечно ее обожать. Гарриет была в отчаянии от этого чрезмерного постоянства и гордилась им. Когда Шелли говорил: «Время и расстояние сделают свое, Хогг забудет», она качала головой со скептическим видом. Искренне огорченная раной, поразившей сердце ее поклонника, она была бы почти не менее огорчена, если бы оказалось, что рана не смертельна. «Разлука, — говорила она, — ослабляет слабую, но усиливает сильную страсть. Когда Хогг писал: «Или я получу прощение Гарриет, или пущу себе пулю в лоб у ее ног», она с грустью торжествовала. Но никакой выстрел не смутил их цветущего уединения. Она успокоилась и разочаровалась. Потом были письма от мисс Хитченер, которая после грехопадения Хогга сделалась единственным поверенным излияний Шелли. Каждое утро по ее адресу посылалось несколько убедительных и добродетельных страниц.
Сама Гарриет к пылким рассуждениям мужа присоединяла горячее приглашение приехать к ним. В окрестностях жил герцог Норфольк, тот самый, который прежде устроил примирение между Шелли и отцом. Так как денежный вопрос становился все более серьезным, они решили написать ему. Его милость ответил любезно, пригласив Шелли с женой и кузиной провести конец недели в замке. Герцог интересовался молодым бунтовщиком, быть может, потому что в качестве главы политической партии считал долгом завоевать симпатии молодого человека, предназначенного с достижением совершеннолетия сделаться членом парламента и наследником 6000 фунтов дохода. Гарриет произвела хорошее впечатление в замке Грейсток. Герцогиня, которой рассказали о странном браке Шелли, была приятно удивлена хорошеньким личиком и воспитанностью его жены. Даже Элиза показалась сносной. Этот визит имел наилучшие последствия. Когда мистер Вестбрук узнал, что его две дочери провели несколько дней в гостях у герцога и что зять прибыл туда с одной гинеей в кармане, он внезапно почувствовал прилив щедрости и назначил молодой парочке ежегодное содержание в 200 фунтов. После этого мистер Тимоти не мог показаться более скупым, особенно когда его сюзерен и глава просил его быть милосердным. Он также восстановил свои 200 фунтов, всякая опасность нужды была устранена. Но самое важное в глазах Шелли было то, что он добился этого результата, не сделав никаких уступок со своей стороны. «Я обязан сказать вам, — писал он отцу, — что никакие выгоды не побудят меня скрывать мои религиозные и политические убеждения. Это было бы недостойно вас и меня». Мистер Тимоти ответил: «Если я вам назначаю пенсион, то единственно для того, чтобы избавить вас от необходимости добывать деньги обманом у посторонних». Он был решительно не способен понимать известную высоту чувств. У герцога Норфолка Шелли встретился с другим Соути, который предложил ему повести его к поэту. Первый раз он увидит лицом к лицу писателя, которым восхищался. Соути необыкновенно удивил Шелли, который с идеей о поэте связывал представление о самых прекрасных и воздушных предметах. В доме, довольно богато обставленном и хорошо отапливаемом, Шелли нашел мистерис Соути, которая гораздо больше походила на домашнюю хозяйку, чем на музу. Она некогда была портнихой и переплетала книги своего мужа в кусочки материи. Шкафы с бельем были теми священными местами, где ее гений находил себе преимущественную арену, и разговор ее велся вокруг денег, кухни и прислуги, как у самой пошлой Матроны. Поэт как будто вовсе не замечал всей этой гнусности. Он, по-видимому, был порядочный человек, но рассуждения его оставляли желать лучшего. Он признавал, что общество нуждается в преобразовании, но прибавлял, что преобразование может произойти только очень медленно. Он пользовался ужасной формулой: «Мы этого не увидим ни вы, ни я». Он враждебно относился к эмансипации ирландских католиков и тому подобным истинно радикальным мерам. И в довершение всего он называл себя христианином. Это в особенности безутешно подействовало на Шелли. Добрый Соути не подозревал, какое впечатление он произвел. «Странный юноша», — думал он после ухода своего посетителя. «Кажется, его самым большим горем является сознание, что он состоит наследником крупного состояния, и его 6000 фунтов в год доставляют ему столько же тревоги, как некогда мне в его возрасте, то обстоятельство, что я не имел ни пенни. Если только это откинуть, то в остальном я как будто вижу мой собственный призрак». Он воображает себя атеистом, но он только пантеист. Это болезнь молодости, через которую мы проходим все. Хорошо, что он встретился со мной. Он не мог бы найти лучшего врача. Я ему прописал курс лечения Берклеем, и к концу недели он будет берклеянцем.
Как он был удивлен, встретив первый раз человека, который его понимает. Наконец, да поможет нам Бог. Миру действительно не мешало бы стать лучше. Этот молодой господин Шелли берется за дело не так, как следует, но я не отчаиваюсь убедить его в том, что он может сделать немало добра со своими 6000 в год. Так встретились по дороге молодость и зрелый возраст. Молодость смотрела на зрелый возраст с нетерпеливым уважением. Зрелый возраст созерцал молодость с благожелательной иронией и думал легко покорить ее силой более образованного ума. Но зрелый возраст забыл, что умы людей разных поколений также непроницаемы друг для друга, как монады господина Лейбница. Соути и его жена сделали все, что было в их власти, чтобы помочь чите Шелли. Поэт, очень популярный в этой местности, повидался с хозяином коттеджа и добился уменьшения наемной платы. Мистрис Соути дала Гарриет, совершенно неопытной в хозяйстве, превосходные советы насчет кухни и стирки белья. Она даже одолжила ей столовое и постельное белье. С ее стороны, это было величайшим знаком благоволения, но одно открытие, сделанное Шелли, имело последствием то, что все эти робкие авансы зрелого возраста потеряли всякую силу и влияние. Случайно в одном обозрении он нашел статью Соути, в которой гнусный старый король Англии был назван лучшим монархом, когда-либо занимавшим трон. Очевидно, это была лесть не совсем тонкая, но Соути желал стать поэтом-лауреатом, а путь, ведущий к официальным почестям, трудно проходим. Шелли не прощал такого рода низости. Он написал Соути, что с этой минуты видит в нем только раба на жалованье, поборника преступления, и отказывается от дальнейших свиданий с ним. Впрочем, как раз в этот момент Соути занимал его очень мало. Он только что узнал, что Годвин, великий Годвин, автор политической справедливости, разрушитель брака, враг божества, атеист, республиканец, революционер, Годвин еще жив, живет в Лондоне, что имеет адрес, как все люди, наконец, что можно послать письмо о добродетели самому пророку добродетели. «Вы будете удивлены», — писал он, получив письмо от незнакомца. «Я не был вам представлен и позволил себе эту смелость, смелость, которая не одобряется обычаем, но не порицается разумом. Самые дорогие интересы человечества повелительно требуют, чтобы принятый этикет не разделял человека от человека». Имя Годвина всегда возбуждало во мне чувство уважения и восхищения. Я привык смотреть на него, как на свет слишком яркий для окружающей темноты. Вы не будете удивлены тому невыразимому волнению, которое охватило меня, когда я узнал, что вы живы и где находится место вашего пребывания. Я было внес ваше имя в список знаменитых покойников, но, к счастью, вы живы, и я убежден, готовите счастье человеческого рода. Что касается меня, я еще только вступаю на поприще моей будущей работы, но мои чувства и взгляды совершенно такие же, как у вас. Жизнь моя была коротка, но полна волнений. Дурное обращение, которое я перенес, глубже запечатлело в моем уме истину моих принципов. Когда Вильям Годвин получил это письмо, оно доставило ему живейшее удовольствие. После короткого мига славы в момент опубликования политической справедливости он жил сравнительно никому неизвестным. Он также и с большим правом, чем его романтический ученик, мог бы говорить о своей жизни полной волнений. Клержемен в молодости, он к 30 годам стал атеистом и республиканцем. В 1793 году он выпустил в свет свою знаменитую книгу. Мистер Питт едва не оказал ему честь привлечь его к суду, но высокая цена книги, которая продавалась по 6 гиней, показалась министру достаточным ограждением против опасности доктрины.
4 года спустя Годвин женился на Мэри Вулстонкрафт, гениальной писательнице, с которой он жил. Она умерла от родов, когда появилась на свет дочка, и яростный противник брака почти вслед за этим опять женился на вдове мистерс Клермонт, которая жила в соседнем доме, и сказала ему со своего балкона: «Возможно ли, что я вижу бессмертного Годвина?» Жизнь этой семьи была тяжела. Там было 5 детей от 4 различных союзов. Дочь Мэри Вулстонкрафт и Годвина, дочь гениальной матери и гениального отца, которая называлась Мэри, 2 детей от 1 брака мистерс Клермонт, Джен и Чарльз, маленький мальчик, сын Годвина и мистерс Клермонт, и, наконец, молодая девушка, не состоявшая в кровном родстве ни с кем в доме, оставшаяся сиротой от 1 брака Мэри Вулстонкрафт. Это была кроткая и прелестная Ронни Имлей, Золушка в доме Годвина. Вторая мистерс Годвин носила зеленые очки, имела скверный характер и дурно обращалась с Мэри и Ронни. Чтобы прокормить всю эту семью, Годвин предпринял издательство для детей, и мистерс Годвин заведовала книжной торговлей. Жизнь философа была совершенно лишена радостей удовлетворенного тщеславия. Неожиданный последователь, живущий в Кесвике и пишущий элегантной прозой, явился весьма кстати. Для издателя детских книг, погрязшего с головой в долгах, ничего не было более необходимого, как знать, что есть хоть один человек, который видит в нем свет, слишком яркий для окружающей темноты. Он ответил, что письмо его заинтересовало, но он желал бы получить более подробные сведения о личности своего корреспондента. В ответ он получил по почте полную автобиографию, в которой мистер Тимоти и оксфордский декан играли крайне непочтенные роли. Ему сообщали, что Шелли был наследник 6000 фунтов дохода, что он женился на женщине, разделяющей его убеждения, что он выпустил в свет 2 рассказа и 1 брошюру, и что все это он пришлет своему учителю. Это романтическое письмо было прочитано с большим интересом всеми молодыми девицами из семьи Годвина Клермонт, но несколько смутило автора политической справедливости. С тех пор, как он сделался отцом семейства, он дошел до признания отцовской власти. Он посоветовал смирение. Быть может, этот мистер Тимоти Шелли действовал, имея в виду благо своего сына. Никогда не следует строго судить, когда человек молод, и особенно не следует обнародовать свои приговоры. В возрасте, когда человек еще должен учиться, зачем этот несносный зуд учительства? Если бы всякий другой, а недостопочтимый Годвин написал это письмо, он был бы немедленно причислен к продажным поборникам нетерпимости. Но молодость имеет такую потребность в иерархии и авторитете, что даже возмутившись, она избирает себе духовного отца, перед которым преклоняется с наслаждением. Мистическая душа Шелли имела потребность в обожании, более чем всякая другая. «Я ничего больше не прошу», — повторял он, — «как быть учеником. Мое смирение и мое доверие безграничны. Когда я уверен, что меня не стараются обмануть и что я нахожусь в присутствии неоспоримого высшего таланта». В восторге от того, что нашел Годвина, он принялся строить самые обширные планы. Преобразовать чужие души и соединить их судьбу со своей казалось ему делом совершенно легким. Не успел ли он в случае с Гарриет и с Элизой? Нет ничего проще, как нанять большую виллу в Уэльсе и поселить там мисс Хитченер и своего досточтимого друга Годвина с его прелестной семьей. Но предварительно, несколько задетый сомнением своего учителя, он желал доказать на деле, что, несмотря на свой возраст, он способен действовать. Прежде чем устроиться на всю жизнь в доме размышления, он поедет провести несколько месяцев в Ирландии вместе с Гарриет и Элизой, и там втроем они будут работать над ускорением эмансипации католиков и вообще улучшением участи этой бедной страны.
Каким образом белокурая Гарриет и Элиза с хорошо приглаженными волосами могут содействовать эмансипации католиков, это не было ясно изложено, но Шелли увозил с собою обращение к ирландцам, до такой степени наполненное философией, любовью к человечеству и мудрыми советами, что казалось невозможным, чтобы сердца не были тронуты одним только чтением этого адреса. Таким образом, молодой рыцарь со сверкающими глазами сел на корабль и отправился для завоевания Зеленого острова. Его копьем была рукопись «Обращение», дама его сердца прекрасная Гарриет, а черная Элиза его оруженосцем, на которого была возложена забота о деньгах, хозяйстве и тому подобные низменные обязанности. Глава 13. Мыльные пузыри. Рыцари печального образа, каторжники, забросали камнями, когда он хотел их освободить. Шелли был принят свистками, когда на митинге католиков он заявил, что несправедливо не допускать католиков к общественным должностям из-за религии, так как все религии стоят друг друга. Его слушатели предпочитали фанатизм своих преследователей неверию своего защитника. Знаменитое обращение было написано на ту же тему. В нем доказывалось, что эмансипация католиков есть шаг на пути к всеобщей эмансипации, что принципом всякой политики должна быть доброта, а не ловкость, и что, наконец, не выжидая, чтобы англичане их освободили, ирландцы должны сами себя освободить, сделавшись терпимыми, справедливыми и гуманными. Шелли был убежден, что его учение найдет прямой путь к сердцу дублинских бедняков, и был готов принять мученичество, чтобы проповедовать это Евангелие. Гарриет не меньше его была проникнута энтузиазмом, и она была прелестна в этой деятельности, направленной к преобразованию человеческого рода. С карманами, набитыми спасительными брошюрами, эта детская чета прогуливалась по Секвилл-стриту, встретив мужчину или женщину подходящего вида, они тихонько всовывали ему душеспасительную листовку. С балкона своей маленькой квартиры они распространяли здравые доктрины, разбрасывая экземпляры обращения под носом у симпатичных по наружности прохожих. Когда Шелли ловко бросил экземпляр в капюшон одной старой зазевавшейся дамы, Гарриет убежала, прыснув со смеху. Обращение ирландцев к новому Евангелию было забавнейшей игрой. Друзья Шелли, Годвин, мисс Хитченер каждый день ожидали его ареста. Учительница даже боялась за его жизнь. Но, по-видимому, дублинский замок без всякого ужаса узнал, что молодой англичанин в возрасте между 16 и 20 годами произнес речь о морали. Полиция передала государственному секретарю экземпляр обращения. Этот документ, в котором Шелли рекомендовал своим братьям-ирландцам умеренность и человеколюбие, произвел на служителей короны только юмористическое впечатление. Эта безнаказанность могла привести в отчаяние. В такое же отчаяние могли привести нравы ирландцев. «Они пьют слишком много виски», — говорила добрая Гарриет, — «потому что говядина дорога». Когда Шелли обращался к полисмену, взывая к его состраданию в пользу какого-нибудь несчастного задержанного за кражу или за буйство, полисмен с грустью и добротой указывал ему, что его клиент пьян. В вечер праздника Святого Патрика, день, когда весь Дублин напивается, в замке был бал, и Шелли и Гарриет видели толпы угнетенных и голодающих ирландцев, выстроившихся шпалерами, чтобы полюбоваться съездом на бал. Такое отсутствие собственного достоинства повергло Шелли в глубочайшую меланхолию. Желая примером проповедовать опрощение, они все трое перешли на вегетарианский режим. Шелли освободился таким образом от угрызений, которые причинялись ему ужасами бойни и массовыми убийствами пернатых. Этот режим нарушался только когда к обеду приглашалась мистрис Нуджент.
Это был их единственный друг в Дублине по ремеслу портниха. Одной из трудностей, связанных с их миссией, было то, что они не знали никого из этих ирландцев, которых любили всем сердцем. «Я полагаю, — говорила Гарриет, — что мы узнаем всех сразу, когда Перси станет знаменит». Но сам Перси чувствовал большой упадок духа. В том созданном воображением мире, в котором он почти всегда жил, угнетенная Ирландия была представлена гордым образом прекрасной женщины. Шелли был рыцарем и апостолом, готовым сражаться и страдать за нее. Толпы в лохмотьях шли за ним по улицам. Варварские английские солдаты брали его под стражу и бичевали его, но героическая кротость его проповеди очаровывала самих притеснителей, и философия творила чудо примирения двух враждебных наций. Мало-помалу это одухотворенное и блистательное видение рассеялось. Последний лоскут радужного тумана трепался над почернелыми домами, и действительная Ирландия была именно здесь. Громадная неподвижная масса городов, ферм и лесов, бесчисленное сборище людей, невежественных и равнодушных. Вековое скопление преданий и законов, арена игр, охоты, частных столкновений из мести, место пребывания чиновников и судей, солдат и полицейских. Ирландия, нищая и насмешливая, страдающая и болтливая, недовольная и счастливая тем, что имеет право быть недовольной. Остров, представляющий собой загадку, нелепость. Перед лицом этой грозной и давящей действительности что он мог сделать? На что он мог надеяться? Она его угнетала и утомляла. Годвин с возрастающей настойчивостью умолял своего ученика отказаться от этой затеи. С тех пор, как Шелли написал ему, что смотрит на него как на отца, он принял по отношению к Шелли враждебный и брюзгливый тон. «Поверьте мне, Шелли, — пророчествовал он, — вы доведете до кровавой развязки». Если бы он мог видеть своего духовного сына, как он сидит за составлением безобидного проекта ассоциации для блага человеческого рода между Элизой, которая шьет красный капор, и Гарриет, приготовляющий блюда из меда и фруктов, то он бы меньше беспокоился. Но заклинания Годвина были полезны хотя бы тем, что доставили Шелли приличный и честный предлог отказаться от роли защитника угнетенных, которые были слишком довольны своей участью. За исключением нескольких бедняков, которым он оказал денежную помощь, никто в Дублине не принимал его всерьез. Если в глазах ирландца есть существо более смешное, чем англичанин, то это англичанин, который любит Ирландию, и если есть на свете зрелище, которого бывший ученик Итона и Оксфорда, даже исключенный, не в состоянии перенести, то это зрелище ирландской беспорядочности. После того, как он воочию увидел шумное легкомыслие и нищету этого народа, он не мог не думать с жадностью о красоте и тишине английских деревень. «Я покоряюсь», — писал он, наконец, своему досточтимому другу. «Больше я не стану обращаться к неграмотным. Ограничусь той деятельностью, последствия которой скажутся лишь тогда, когда я сам превращусь в прах». Гарриет запаковала все оставшиеся памфлеты и отослала их по адресу мисс Хитченер, которая охотно обошлась бы без этого горючего вещества. Элиза сложила свое красное манто, и все три апостола опять сели на корабль. Оставалось осуществить вторую часть программы — нанять дом в Уэльсе и собрать там весь духовный караван с тем, чтобы разрешить все вопросы. Они думали найти подходящее помещение в тех самых местах, где Шелли, даже женитьбы, прожил некоторое время в одиночестве. Дикая красота местности привлекала их. Возле дома протекал горный поток, на котором Шелли пускался в опасное плавание на маленьком челноке.
Банкнота в 5 фунтов служила ему парусом, а в качестве пассажира он брал с собою до смерти напуганную кошку. Он надеялся, что мисс Хитченер убедит своего отца взяться за эксплуатацию маленькой фермы, которая отдавалась в наем вместе с домом. Но ничто не устроилось. Дом оказался слишком дорог. Мистер Хитченер, возмущенный носившимися в Кукфилде слухами по поводу отношений между его дочерью и Шелли, отказал ей в своем разрешении на поездку. Неосторожная учительница, гордясь полученным приглашением, разболтала о нем, и вся деревня с теткой Пильфольд во главе делала отсюда крайне недоброжелательные заключения. Шелли еще раз подивился людской злобе. Он, духовно воспитавший свою жену и по любви вступивший с нею в шотландский брак, он будет неверен своей Гарриет? Он так искренне изумлялся, что такая мысль могла прийти кому-нибудь в голову, что женщине менее добродетельной, чем целомудренная мисс Хитченер, его изумление показалось бы неучтивым. Что касается мистера Хитченера отца, то с ним обошлись по заслугам. Он также был прежде содержателем кофейной, ибо боги, по-видимому, развлекались тем, что хрустально чистого Шелли приводили в сношение с членами этой корпорации. «Милостивый государь», — писал Шелли отцу своей подруги, — «я с трудом подавил себе чувство негодующего изумления, прочитав, что вы запрещаете своей дочери принять мое приглашение. По какому праву? Кто вас сделал ее господином? Ни законы природы, ни законы Англии не ставят детей в положение объектов частной собственности. Прощайте, когда я в следующий раз услышу о вас, то надеюсь, что к тому времени ваши чувства станут более благородными». Так как надо было покинуть Уэльс, то Годвин указал хорошенький коттедж, который сдавался в наем одним из его приятелей. Всякое указание Годвина принималось с уважением. Шелли и Гарриет поехали посмотреть, но были совершенно разочарованы. Дом был банальный, еще не совсем достроенный и недостаточно поместительный для них. Но, возвращаясь из этой бесполезной экспедиции, они наткнулись на деревеньку, совершенно феерическую. 30 коттеджей с соломенными крышами, обвитыми розами и ползучими миртовыми ветками, составляли восхитительный поселок Линмут. Один из домиков сдавался, и как раз тот, который был расположен лучше других, под лесистым ущельем. Из окон открывался вид на море, лежавшее на 300 футов ниже. Они тотчас решили поселиться здесь навсегда. Досточтимый друг, которому это было сообщено, написал натянутое письмо. Он писал довольно сурово, что вкусы Шелли слишком роскошны, что самый скромный маленький домик должен быть достаточен для того, кто называет себя его учеником. Если бы мистер Тимоти написал это письмо, то самые строгие эпитеты были бы к нему еще раз применимы. Но вполне естественно, что переносишь от чужого человека то, что невозможно перенести от родного отца. Шелли думал не о порицании автора письма, но о самооправдании. Если он говорил, что дом, рекомендованный учителем, недостаточно поместителен, то отнюдь не из стремления к роскоши или хотя к комфорту. Но в доме было слишком мало комнат, и ему казалось, что известным представлениям о деликатности не соответствует то, чтобы две особы разного пола, не соединенные известными узами, спали в одной комнате. Он знал, что в возрожденном обществе это чувство исчезнет, но при настоящем положении вещей смешение казалось ему неблагоразумным. Он изложил эту доктрину, он боялся, что она несколько реакционна, с большими предосторожностями. Наставник удостоил забыть. Прелестный домик в Линмуте вскоре сделался театром великого события — приезда мисс Хитченер. Шелли надеялся, что она внесет в его жизнь элементы интеллектуального сотрудничества, которого ему не доставало. Гарриет от этого ничего не потеряет, ибо ее духовная сестра поможет ее образованию.
«Обе, — думал он, — имеют достаточно возвышенные души, чтобы согласиться на это». Обитатели Линмута с удивлением видели, что с этой тощей незнакомкой он делает длинные и романтические прогулки. С нею он обсуждал с этого времени все планы, какие он составлял для распространения своих идей. Пропаганда добродетели становилась очень трудной. Один лондонский типографщик на днях по приговору суда был выставлен к позорному столбу. Шелли не страшился участи Галилея за себя, но не желал подвергать опасности невинного типографщика. К счастью, у него в распоряжении были магические средства, против которых полиция лорда Кэстлери была бессильна. Написав какой-нибудь зажигательный памфлет, он для его распространения фабриковал маленькие ящички, обтянутые резиной, и снабдив их миниатюрной мачтой и парусом, бросал их в океан. Или, устроив маленькие воздушные шары и наполнив их горячим воздухом, пускал их ввысь по лазурному летнему небу. Он с восторгом смотрел, как в темной синей глубине сверкает маленькое дрожащее пламя, которое он зажег, или как по волнам расплавленного изумруда плывет бутылка, наполненная божественной микстурой. Поработав таким образом, он отдавался своему любимому отдыху — деланию мыльных пузырей. Он садился перед дверью, брал трубочку и с искусством молодой девушки выдувал совершенные хрупкие шарики. Их упругие перепонки окрашивались радужными, зелеными и золотистыми цветами, и Шелли любовался, как цвета меняются, сливаются, исчезают. Тогда, покинув на время программы и пустые умственные сооружения логики, он испытывал смутную потребность закрепить ритмом и словами неуловимую грацию этой игры красок. Глава 14. Досточтимый друг. Розы Линмута увяли, осенний ветер гнал широкие облака и опавшие листья. Престиж мисс Хитченер потускнел. Постоянное присутствие посторонней утомило Гарриет. Сам Шелли видел, что рассеивается туманное видение, которое так долго скрывало от него грубые очертания действительности, и, удивленный тем, что с ним поселилась посредственная и болтливая женщина, тщетно искал свою прежнюю героиню и жалел о своем безрассудстве. После того, как его собственные настояния оторвали ее от школы, было трудно расстаться с нею, но жизнь вместе с нею в осеннем уединении сделалась невыносимой. Может быть, это положение облегчится, если жить в большом городе, встречаться с другими людьми, получать новые впечатления. К тому же Годвин звал супругов Шелли в Лондон. Они решили поехать туда на более продолжительное пребывание. С большим волнением они вышли в один из дней октября 1812 года из маленького отеля на Сент-Джеймс-стрите, чтобы сделать первый визит Годвину и его семье. Гарриет, маленькая белокурая и розовая, шла рядом со своим мальчиком-мужем, высоким и сутулым. Они спрашивали себя, какой прием ожидает их у философа. Мисс Хитченер, которая представилась ему проездом через Лондон, была принята дурно. Но это ничего не доказывает, кроме, быть может, проницательности Годвина. Они нашли всю семью в сборе в маленьком домике, прилегающем к книжной лавке на Скайнер-стрите, ибо Годвины со своей стороны с нетерпением и любопытством ожидали прихода супругов Шелли. Там был сам философ, низенький и толстый человек, лысый, с умным лицом, с наружностью методистского пастора, как почти у всех теоретиков революции. Вторая
Мистрис Годвин была в прекрасном черном шелковом платье, в которое облеклась для этого случая, а свои зеленые очки надела только на короткое время, чтобы хорошенько рассмотреть внука баронета и его хорошенькую жену. Шелли предупредили, что у нее злой язычок, но в этот вечер она показалась любезной. Были там еще Фанни Имлей с выражением тонкой меланхолии и Джен Клермонт, красивая, напоминающая итальянский тип, смуглая и живая. «Недостает только, — сказал Годвин, — моей дочери Мэри, которая сейчас находится в Шотландии. Она очень похожа на свою мать, которую вы сейчас увидите на портрете». Он повел своих гостей в кабинет, и Шелли долго, внимательно и с чувством смотрел на портрет прелестной Мэри Вульстонкрафт. Затем все уселись, и Годвин беседовал с Перси об отношениях между материей и духом, о положении духовенства, о немецкой литературе. Женщины слушали с восхищением. Гарриет нашла, что Годвин со своим шишковатым черепом похож на Сократа, а Шелли возле него напоминает одного из тех прекрасных греческих юношей учеников Сократа, в котором уважение к учителю оттеняется пылкостью. Вскоре тесная дружба установилась между обеими семьями — Шелли и Годвинами. Часто Годвин приходил в отель и брал с собой Шелли на прогулку, или миссис Годвин приглашала на обед Шелли и Гарриет, даже Элизу и мисс Хитченер, последнюю, впрочем, с большой неохотой, или сама Гарриет набиралась смелости и заказывала званый обед. Вечером 5 ноября, день, когда во всей Англии в память порохового заговора лопаются петарды, чита Шелли обедала у Годвинов. После обеда маленький Вильям Годвин, которому было 9 лет, заявил, что он пойдет к соседнему мальчику Ньютону пускать фейерверки. Шелли в эту минуту обсуждал какой-то важный вопрос со своим досточтимым другом, но когда он услышал о фейерверках, то в нем пробудился алхимик из Фильдплесса. Секунду он поколебался покинуть Годвина и его поучительную беседу, но картина фейерверка, освещающего своим огненным полетом старые улицы Лондона, увлекла его. Он сказал маленькому Вильяму: «Я пойду с вами», и поднялся с места. После фейерверка молодой Ньютон, который пришел в восторг от этого взрослого друга, играющего с детским увлечением и умеющего рассказывать чудесные истории, повел его к своим родителям. Шелли не противился, и пожалеть ему об этом не пришлось. Мистер и миссис Ньютон оказались очень милыми людьми. Сразу завязался непринужденный и приятный разговор о разных ученых предметах. Мистер Ньютон был создан, чтобы понравиться Шелли. Это был человек с теориями, которые он применял на деле. Его излюбленная идея была та, что люди, покинув жаркие страны, где они первоначально жили, и поднимаясь к северу, усвоили себе такие привычки, которые противоречат их природе и от которых происходят все их бедствия. Одна из таких дурных привычек — это привычка одеваться. И мистер Ньютон заставлял своих детей ходить дома совершенно нагими. Другая такая же привычка — есть мясо, и вся семья придерживалась вегетарианства. Шелли был в восторге, и мистер Ньютон снабдил его новыми аргументами в пользу вегетарианской теории. «Человек не походит ни на одно плотоядное, у него нет когтей, чтобы захватывать добычу, по устройству зубов он должен питаться овощами и плодами, он болеет от мясной пищи, которая для него является ядом». Может быть, это именно и означает история Прометея, которая, очевидно, есть вегетарианский миф. Прометей, то есть человечество, изобретает огонь и поваренное искусство, но тотчас коршун начинает терзать его печень. Это ясно.
К тому же, с тех пор, как семья Ньютон соблюдает этот режим, она никогда не имела надобности в лекарствах и докторах. Дети имели самый цветущий вид, и Шелли, которому часто приходилось видеть нагих детей, нашел, что они представляют собой превосходные модели для скульптора. Он сделался в этом доме постоянным посетителем. Как только заслышат его голос, все пятеро детей выскакивали на лестницу и тащили его в детскую. Не меньше был его успех у миссис Ньютон и у ее сестры мадам Буанвиль. У Годвинов Фанни и Джен целыми вечерами засиживали, слушая его с восторгом. Они восхищались его красотой, а убедительность его рассуждений казалась им неотразимой. Даже в республиканской семье этот молодой аристократ, наследник громадного состояния, презиравший богатство, был окружен романтическим ореолом. Что касается его, то в обществе этих двух девушек, робкой и кроткой Фанни, пылкой и порывистой Джен, он опять нашел те восхитительные вечера, когда его окружала восторженная группа сестер и кузин, и духовный энтузиазм окрашивался струйкой чувственного возбуждения. Гарриет производила менее приятное впечатление. Фанни и Джен очень скоро заметили, что она мыслит не самостоятельно, только повторяет излюбленные фразы мужа и что синтаксис ее хромает. «Бедный мистер Шелли», — говорили они, — «когда чета удалялась, у него не такая жена, какая должна была бы быть». К такому заключению молодые девушки приходят очень охотно, когда дело идет о мужчине, который им нравится. Они даже позволяли себе незаметно нападать на Гарриет за ее спиной. Инстинктивно они угадывали, какие критические замечания о жене могут быть почувствованы доктринером мужем. «Гарриет наводит на меня страх», — писала ему кроткая Фанни. «Она такая важная светская дама». Шелли негодовал. «Гарриет, важная светская дама, вы ее обвиняете в преступлении самом непростительном в моих глазах. Непринужденность и простота ее манер — это одно из ее лучших очарований и совершенно несовместимы со светской жизнью, ни со старанием подражать ее вульгарному блеску. Я никогда не соглашусь с вашим мнением, пока у меня перед глазами его живое опровержение». Позднее Шелли вспомнил об этом письме Фанни. Глава 15. То, чем была мисс Хитченер. Проведя год в изгнании в Йорке, Хогг, совершенно примирившийся с родными, приехал в Лондон заканчивать свое юридическое образование. Однажды вечером, когда он спокойно читал, сидя в спокойном кресле, одетый в теплый халат, с кипящим чайником на столе, он услышал сильный удар в наружную дверь дома. Дверь отворили с такой силой, что задрожали стены, и этот толчок тотчас напомнил Хоггу горящие глаза, высокий, слегка сутулый стан. «Если бы Шелли был по-прежнему моим другом, — думал Хогг, — он один!» Быстрые шаги по лестнице, те самые легкие шаги, которые некогда раздавались в сводчатых коридорах Оксфорда. Никто, кроме Шелли, не поднимается таким образом на лестницу. Дверь отворилась, и Шелли появился без шляпы, с раскрытым воротом, с лицом, которое так светилось духовностью, что он всегда казался похожим на небесного духа, по ошибке спустившегося на землю. «Я узнал ваш адрес у вашего патрона не без труда. Он меня принял за разбойника и не хотел мне его давать. Что с вами произошло за год? Я был в Ирландии, я поехал проповедовать гуманность ирландским католикам. Потом мы вернулись в Уэльс. Какая прелестная страна! Гарриет чувствует себя хорошо, она скоро должна родить. Вы читали Берклея? Сейчас я читаю Гельвеция, это умно, но сухо». Хогг смотрел на него с тем же любовным и ироническим восхищением, как прежде. «Надо быть Шелли, чтобы с первых же слов заговорить о Гельвеции с другом, с которым он расстался год тому назад после серьезной размолвки».
Шелли, оживленный и счастливый, ходил по комнате, раскрывал книги, задавал вопросы, не выжидая ответа, и, казалось, совсем забыл, что Хог его когда-то оскорбил. Разговор Шелли не умолкал до поздней ночи. Из соседних комнат послышались удары в стенку, ясный и тонкий голос Шелли мешал спать. Хог, опасаясь за свою репутацию в доме, намекнул, что пора уходить. Шелли все разговаривал. Он рассказал, что открыл подписку на постройку плотины, которая даст возможность отвоевать у моря большое количество гектаров земли. Он сам подписал 100 фунтов и посвятил этому проекту свои силы, состояние, жизнь. Хог тихонько взял его под руку и повел к двери, но Шелли упирался. «Ваши соседи — несносный народ. Эти низкие души не знают, что ночь — единственное время, когда душа чувствует себя действительно свободной». Хог вывел его на лестницу. «Я ухожу, но только с условием, что завтра вечером вы придете ко мне обедать. Гарриет будет рада вас видеть. С нами живет ужасная женщина, мисс Хитченер, но через 2 дня она уедет». «Мисс Хитченер? Сестра вашей души?» «Она, — сказал Шелли, — присмыкающийся и презренный червь. Мы ее прозвали «Смуглый демон». Тем временем они спустились вниз, Хог тихонько освободился и запер дверь. На следующий день вечером в 6 часов он велел доложить о себе Гарриет. Она его приняла с энтузиазмом. Она была более розовая, более молодая и хорошенькая, чем всегда. «Какая долгая разлука», — сказала она, — «но этого больше не будет. Мы приехали в Лондон на постоянное жительство». Элиза сидела в углу, молчаливая и высокомерная. Она пожала Хоггу руку, не удостоив его ни одним словом. «У вас чудесный вид, Гарриет», — сказал Хог. «У нее», — сказала Элиза умирающим голосом, — «о нет, бедное создание». «Здесь все осталось по-прежнему», — подумал Хог. «Надо вести себя осторожно в этом доме». В эту минуту влетел Шелли, как пушечное ядро, и обед был подан. Когда обед кончился, Элиза таинственно прошептала что-то на ухо Гарриет, та послушно подошла проститься с Хоггом и пригласила его прийти в воскресенье утром. Как раз в этот день уезжает смуглый демон, и предстоит тяжелый разговор. Вы всегда в веселом настроении, и вашим присутствием вы окажете нам услугу. Шелли говорил вам о нашей мучительнице. Когда заговорили о мисс Хитченер, на лице Элизы изобразилось немое отвращение. «Это ужасная женщина», — продолжала Гарриет. «Она бы хотела, чтобы Шелли в нее влюбился. Она уверяет, что он в действительности любит ее, а не меня, и что я гожусь только на то, чтобы заниматься домашним хозяйством. Шелли назначил ей ренту в 100 фунтов, но с условием, что она уедет от нас». Шелли все это подтвердил. Он понимал, что ему трудно пожертвовать целой четвертью своего дохода, но это было необходимо. Эта девушка лишилась места и, по ее словам, из-за них потеряла доброе имя и здоровье. «Она действительно ужасное создание», — сказал он с дрожью отвращения, — «поверхностная, безобразная, точно гермафродит. Никогда я так не удивлялся своему дурному вкусу, как прожив с нею 4 месяца. Что станется с адом, если такая женщина попадет в рай? И она сочиняет стихи, она написала элегию о правах женщин, которая начинается так: «Все, все мужчины, женщины так же, как и другие», и он захохотал визгливым смехом. На следующий день Хог пришел точно, как обещал. Героиня дня показалась ему скучной особой, но безобидной. Это была высокая, костлявая, мужеподобная женщина с очень смуглым лицом и некоторыми признаками бороды на подбородке. Шелли заявил, что ему надо уйти. Гарриет открыла у себя сильную головную боль, требовавшую одиночества, и Хоггу выпала обязанность провожать на прогулку обеих Елизавет. Со смуглым демоном на правой руке и с черным демоном на левой он направился к Сент-Джеймс-парку.
Я мог бы сказать, как Корнелия, вот мои драгоценности, — думал он. Прекрасные соперницы напали друг на дружку, перебрасываясь через голову цинического философа высокомерными и рассчитанными фразами. Томная Элиза вдруг оживилась и наносила жестокие удары с кроткой и спокойной злостью. Мисс Хитченер показывала вид, что разговаривает только с Хоггом. Она рассуждала на тему о правах женщин. Элиза, не блиставшая в отвлеченных беседах, была вскоре обречена на позорное молчание. Когда вернулись домой, она приперла Хогга в углу залы. «Как вы могли так долго разговаривать с этой злой женщиной? Почему вы так любезны с нею? Гарриет будет сердиться на вас очень!» Но Гарриет только сказала: «Вас не слишком утомил смуглый демон?» и улыбнулась Хоггу. После завтрака Хогг, не без коварного умысла, перевел разговор на вопрос о женских правах, и богиня разума опять выступила на арену. Шелли покинул свое место и, ставший рядом с нею, обсуждал с одушевлением. Сестры Вестбрук смотрели на него с ужасом и сожалением, как на человека, который стакнулся с неприятелем. Элиза на ухо шепнула Хоггу: «Если бы вы знали, какая она грязная, вы не подходили бы к ней близко». Но настал час отъезда для изгнанницы, ее чемоданы положили на извозчика, и женская половина семьи Шелли испустила громкий радостный крик. Глава 16. То, чем была Гарриет. Несколько месяцев, следовавших за отъездом мисс Хитченер, были счастливыми. Шелли были еще бедны и неустроены, но внутреннее удовлетворение заменяло недостаток денег и прочной оседлости. Он затеял написать длинную поэму «Царицу Маб», и работа над этим произведением наполняла жизнь разумным содержанием. Гарриет была беременна, ею овладело приятное оцепенение, сохранявшая ее силы для предстоящего ей творческого труда, и скука не имела власти над существом, в котором сознание внутренней деятельности утешает за наружное бездействие. В течение этого периода они на непродолжительное время уезжали в Уэльс, затем опять в Ирландию, но на этот раз без всяких политических планов. Чтобы доставить удовольствие Шелли, Гарриет стала учиться латинскому языку. Он преподавал ей на свой лад, без грамматики, сразу окунув ее в Горация и Вергилия. Пока она занималась, он работал над своей поэмой или читал книги по истории. Годвин сказал ему, что незнание истории есть одна из главных причин его ошибочных суждений, и хотя самая наука ему претила, он храбро попытался одолеть ее. По вечерам Гарриет пела старые ирландские песни. Робин Адлер, Кэт из Кернея, или они читали вместе газеты, переполненные тогда отчетами о процессах, возбужденных против либеральных писателей. Шелли часто обращался письменно к осужденным, предлагая заплатить за них присужденный штраф. Никогда не имея 10 фунтов в кармане, он должен был занимать деньги, платя 400% на 100, которые раздавал таким образом. Но вскоре оказалось необходимым вернуться в Лондон. Приближался момент разрешения Гарриет и совершеннолетия Шелли, важная дата для его отношений к отцу, с приближением которой казалось возможным вступить в переговоры. Они опять поселились в отеле, в комнате с балконом, выходившим на улицу. Элиза, жившая вместе с ними, охраняла беременную Гарриет с преувеличенными предосторожностями, раздражавшими Шелли, который всегда придерживался того, что надо предоставить свободно действовать природе. Когда его не было дома, Элиза принималась наставлять сестру в матримониальной политике. «Это необычайно, что твой муж, которому скоро исполнится 21 год, не находит средства помириться с отцом, ввести тебя в семью и устроить для тебя жизнь, достойную жены будущего баронета.
при некоторой ловкости с твоей стороны дела бы приняли совсем другой оборот. Скоро у вас будет ребенок, и бродячая жизнь станет невозможной. Тебе нужно иметь свой дом в Лондоне, серебряную посуду, карету, и все это может быть, если бы только Шелли захотел». Эти разговоры оказывали влияние на Гарриет. Она была обольстительна, и она об этом знала. Хорошенькая женщина переносит жизнь без роскоши с таким же трудом, с каким интеллигентный мужчина переносит подчиненное положение. Взгляды прохожих говорят ей о ее могуществе, но она знает, что могущество — это скоро приходящее. Как вооруженное и сильное государство желает обеспечить свое место в мире, прежде чем распустить солдат, так женщина желает заключить свой мирный трактат с неприятельским полом, прежде чем бремя старости принудит ее к безусловной капитуляции. К тому же Элиза оплакивала Гарриет, и для каждого человеческого существа так естественно разжалобиться над собственной судьбой, что самое истинное счастье может быть легко отравлено коварным состраданием глупца. По настоянию Гарриет, которую Элиза не переставала подстрекать, а также по совету неизменно благожелательного герцога Норфолка, Шелли решился на новую попытку примирения с отцом. Он бы не сделал этого шага, если бы не считал его согласным с честью и необходимым. Он сильно желал повидать мать, и на расстоянии после продолжительной разлуки сам мистер Тимоти казался ему достойным сожаления и безобидным. «Дорогой батюшка», — писал он, — «еще раз беру на себя смелость написать вам о моем искреннем желании, чтобы сочли меня достойным возобновить с вами и с родными те отношения, которые были прерваны благодаря моему безрассудству. Надеюсь, что близко время, когда мы будем относиться друг к другу, как отец и сын, с большим доверием, чем когда-либо прежде, и когда я перестану быть причиной тревоги для семьи. Я был счастлив узнать от Джона Грова, который обедал с вами вчера вечером, что вы находитесь в добром здоровье. Жена моя присоединяется ко мне, чтобы уверить вас в нашей почтительной любви. К несчастью, мистер Тимоти, не способный торжествовать победу без шума, потребовал от кающегося публичного отречения в самой невозможной форме. Он потребовал от сына, чтобы тот написал университетским властям в Оксфорде, что он жалеет о прошлом и отныне считает себя почтительным сыном англиканской церкви. В противном случае он, мистер Тимоти, отказывался от всяких дальнейших сношений. «Я еще не пал так низко», — писал Шелли герцогу, — «чтобы отрекаться от идей, которые нахожу истинными. Всякий человек со здравым рассудком должен понять, что менять убеждения по приказу — это свидетельствует об отсутствии прямоты и честности. Я сделаю все разумные уступки, то есть такие, которые не влекут за собой потери самоуважения, без чего жизнь — только бремя и позор». Элиза находила эту неподатливость абсурдной. Значит, Гарриет, которая скоро должна родить, не будет иметь кареты и должна будет ходить пешком по улицам Лондона. Шелли, измученный, приобрел карету в кредит, но сам ею не пользовался. Он терпеть не мог сидеть в заперти, чтобы его везли, зато страстно любил делать длинные прогулки пешком вместе с Хоггом по лондонским улицам. Впрочем, если Элиза его утомляла, то не было недостатка в дружеских домах, где он мог найти убежище. Был дом Годвинов на Скайнер-стрите, где Фанни и Джен Клермонт всегда принимали его с лестным энтузиазмом. Был дом Ньютонов, где он встречал сочувственное понимание, кроткие утонченные манеры. Миссис Ньютон, превосходная музыкантша, садилась за фортепиано. Шелли, усевшись на ковре с прекрасными детьми, тихим голосом рассказывала им истории о привидениях и духах. Часто мадам Бонвиль гостила у сестры. Обе дамы были
дочерьми плантатора с острова Сен-Винсен и получили смешанное англо-французское воспитание, превосходство которого Шелли, большой поклонник французских философов, ценил живейшим образом. Особенно нравилась ему мадам де Бонвиль. Ее романический брак с разорившимся эмигрантом, другом Андре Шенье и Лафайета, придавал ей какой-то поэтический престиж. Это была женщина с совершенно седыми белыми волосами, но с таким юным и выразительным лицом, с таким живым и уравновешенным умом, что с ней было приятнее беседовать, чем с молодой женщиной. В ней и в ее сестре Шелли в первый раз в жизни нашел достойных себя собеседниц по уму. Какими жалкими показались ему тогда Элиза Вестбрук и мисс Хитченер. Совместная жизнь с Гарриет приучила его смотреть на женщин, как на детей. Он составил себе убеждение, что женщине надо предоставлять идеи в упрощенном виде, иначе она их не поймет. Но, беседуя с мадам де Бонвиль, он с удивлением замечал, что не только может излагать свою мысль до конца, но что элегантной точностью выражения она придавала этой мысли более приятный облик. Для нее, для ее сестры, игра мысли была, как для него, самой прекрасной и естественной. Одна умственная культура без хороших манер не имеет большой ценности, но если в женщине соединяется и то, и другое, то это высший и совершеннейший продукт цивилизации. Радуясь в душе и наслаждаясь общением с людьми этой утонченной культуры, Шелли должен был признать, что нашел среду благоприятную для его счастья, и что все то, что он видел до этой поры, было ужасающе низменно. Для этих женщин открытие было также приятно ошеломляющим. Этот прекрасный юноша, аристократ по рождению, был влюблен в идеи и говорил с невероятным жаром. Он освободился от наставнического педантизма своих 16 лет и в споре проявлял скромную грацию. Никогда они не видели человека столь благородного, который был бы так чист от эгоизма, от всякой материальной примеси. С величайшей серьезностью он соединял способность к самой простодушной веселости. Он проявлял эту доверчивую непринужденность, презрение ко всяким церемониям и в то же время эту совершенную вежливость, что придает столько очарования молодым английским аристократам. Что может быть прекраснее, чем святой, который вместе с тем светский человек? Так они между собой судили о Шелли. Хогг с легким чувством иронической ревности, но с искренним интересом, внушенным симпатией к Шелли, следил за искусными маневрами стольких хорошеньких женщин вокруг его простосердечного друга. У Годвинов молодые девушки называли его королем эльфов, королем фей, у Ньютонов он был Оберон. Как только он появлялся, все женщины собирались вокруг него, но трудно было вызвать этот дух в определенный час. У короля эльфов были страшные капризы, им овладевала внезапная пугливость, ничем не объяснимый страх. Иногда поэтическое видение удерживало его дома, когда его ждали в другом месте, где он обещал быть. Иногда, когда полагали, что «вот он сидит», плененный и покоренный, воображаемая необходимость внезапно отзывала его неизвестно куда. «Есть такие края, — говорил ему Хогг, — где верят, что козы, животные, имеющие сношение с дьяволом, проводят 12 часов в сутки в аду. Я думаю, что вы поступаете, как эти козы, Шелли». Зато, когда женщине, которая была ему по сердцу, удавалось втянуть его в один из тех серьезных и оживленных разговоров, которые он так любил, то он забывал и время, и свое собственное существование. Ночь проходила, а Шелли продолжал говорить с жаром, прекрасный Адонис, окруженный несколько утомленными жрицами. Заря заставала его все еще разговаривающим, и так как было уже слишком поздно ложиться, то прогулка по росе заканчивала ночную беседу. Но
«О чем вы всю ночь напролет говорили перед сборищем ваших красавиц?» — беспокоился Хог, человек точный и не увлекающийся. «Не знаю». Гарриет также недоумевала, о чем ее муж может разговаривать со всеми этими женщинами. Она скоро должна была разрешиться и не выходила из дому. Шелли часто оставлял ее одну. В тех домах, где он был фаворитом, она себя чувствовала довольно непопулярной. У Годвинов она поспорила с мистерис Годвин, у Банвилли ее сперва нашли прелестной, потому что она была хорошенькая и жена поэта, но скоро заметили ее бросающуюся в глаза посредственность. Глава 17. Сравнение. Новорожденный младенец была девочка со светлыми волосами и синими глазами. Отец назвал ее Иоантой, мать прибавила Елизавету. Таким образом, Овидий и мисс Вестбрук встретились у этой колыбели. Шелли носил ее на руках, напевая сквозь зубы. Его радовала мысль, что он воспитает новое существо и с детства спасет его от предрассудков. Восторженный поклонник Руссо, он думал, что Гарриет сама будет кормить, и внутренне приготовился нежно охранять эти два прекрасных создания. В экзальтации новой роли он забыл о неприятной Элизе. Но Гарриет под влиянием сестры отказалась кормить свою девочку. Она взяла кормилицу, наемницу, по выражению Шелли. Ее упорство в этом отношении было кротко, но непобедимым. С рождением ребенка в ней произошла любопытная перемена. Она точно хотела наверстать продолжительное бездействие, на которое обрекла ее беременность. Уроки латинского языка, прерванные тремя неделями пребывания в постели, больше не возобновлялись. Она теперь ничего больше не желала, как ходить по улицам Лондона и останавливаться перед выставками модисток и ювелиров. Удовольствие, находимое в таком пустом зрелище, казалось Шелли позорным и непонятным. Он готов был оплачивать всякую разумную фантазию жены, даже ценой займов и продолжительных неприятностей, но тратить деньги, которыми можно помочь преследуемым писателям и вообще всякому справедливому делу на тряпки и шляпки, он находил постыдным и резко давал это заметить. Резко отрицательный взгляд Шелли подчеркивался Элизой. «Ваш муж находит деньги, чтобы платить по долгам Годвина, который его сосет, и жена которого принимает вас так нелюбезно, находит деньги, чтобы платить штрафы за разных писак, но на то, чтобы одеть прилично свою жену, у него нет денег. Если он считает ненормальным, что молодая и хорошенькая женщина желает нравиться, то он глупец и квакер. Когда же одеваться, как не теперь, в 18 лет?» Элиза охотно принимала офицера майора Райана, которого Шелли встретили в Ирландии и опять нашли в Лондоне. Он также был того мнения, что такая прелестная женщина, как Гарриет, имеет право на жизнь более сообразную с ее действительными вкусами. Она сама готова была этому поверить. Для нее это латынь и эта философия были большим напряжением. Напряжение не было для нее мучительным, потому что она любила мужа и восторгалась им. Но, обратившись к посещению магазинов и к предрассудкам, она точно окунулась в свою природную стихию, как это произошло с Шелли, когда он сблизился с Ньютонами. То живое и бьющее ключом удовольствие, которое она находила в этом времяпрепровождении, представляло резкий контраст с той несколько принужденной старательностью, которую она вносила в свои уроки. Шелли думал, что всему виной пребывание в Лондоне с его соблазнами. Он возымел мысль, столь естественную у влюбленных, чувствующих, что в их совместную жизнь прокралась какая-то еще смутная тревога, поехать и опять повидать те места, где любовь их была еще свежа. Заложили знаменитую коляску Гарриет, Шелли занял 500 фунтов,
подписав вексель на 2000, подлежавшую уплате из будущего наследства, и в сопровождении Лизы отправились в паломничество в Кесвик и Эдинбург. Оживленная и разнообразная жизнь во время путешествия заставила забыть о многих вещах, и они вернулись в Лондон, чувствуя себя счастливыми, но вскоре по возвращении разлад опять стал очевиден. Гарриет и Элиза требовали нарядной квартиры, элегантного образа жизни, туалетов, лестных знакомств. Шелли еще больше, чем все эти вещи, была ненавистна мысль, что у жены его могут быть подобные желания. Он все еще любил ее, но не мог подавить в себе беглых вспышек презрения. Их навестил Хогг. Он нашел Гарриет совсем оправившейся от родов, более хорошенькой и розовой, чем всегда, но она больше не предлагала читать ему вслух мудрые наставления Идоминея и просила его сопровождать ее к модной портнихе. Там она исчезала, оставив Хогга на тротуаре. Он нашел, что она сделалась скучной особой, и так как мужчина редко бывает снисходителен к женщине, которая его отвергла, то не скрыл своего впечатления от Шелли, который сам плохо скрывал свою досаду. Супруги Шелли дошли таким образом до опасной стадии признаний и жалоб посторонним. Мадам де Бонвиль пригласила Шелли и Хогга провести у нее несколько дней на даче, и они с радостью согласились. Там они нашли ее дочь Корнелию, хорошенькую и образованную молодую женщину, и сестру мистера Ньютона. Для Шелли опять вернулись прежние вечера с их восхитительными впечатлениями. Он назвал мадам де Бонвиль Меймуна по имени героини любимой поэмы. У этой героини лицо было, как у молодой девушки, хотя волосы были седые. Прекрасная Корнелия давала им уроки итальянского языка, а мадам де Буанвиль своим чистым голосом излагала совсем не строгое учение французских философов «Наслаждайся и доставляй наслаждение, никому не делая зла, вот вся нравственность». Это изречение Шанфора – любимая тема мадам де Буанвиль должна была привести Шелли в негодование. Бедная Гарриет никогда не высказывалась в таком духе противном добродетели, но она сказала бы это гораздо менее изящно. В Бракнеле все было приятно Шелли, даже забавы и игры, в которых интерес ума всегда преобладал. Корнелия имела обыкновение каждое утро прочитывать и часто заучивать наизусть сонет Петрарки. Этот сонет давал ей пищу для размышлений на целый день. Здороваясь с ней, Хогг и Шелли справлялись у нее об утреннем сонете. Иногда поэма была так трогательна, что она раскрывала своего маленького карманного Петрарку, которую всегда носила с собою, и пальцем указывала страницу. Потом, прогуливаясь по аллеям в сопровождении обоих молодых людей, она комментировала любовный текст с красноречием и простотой. «Хорошо, — говорила она им, — начинать день приемом дозы нежности. Целый день потом пропитывается ее ароматом». Эти прогулки, эти разговоры о предметах, которые одни только казались ему реальными и значительными, этот дом, в котором все было богато и просто, который очаровывал его своим прекрасным устройством и не оскорблял роскошью, все это делало Бракнель для Шелли местом отдыха и покоя. Туда была приглашена Гарриет, и мадам де Буанвиль приняла ее с добротой и благосклонностью. «Она очень хорошенькая особа», — сказала она Хоггу. «Она, мне кажется, несколько легкомысленной для нашего дорогого стоического философа, но ведь ей всего 18 лет». Но, к несчастью, Гарриет очень хорошо заметила, что с ней все обращаются не как с равной. Она видела, что Шелли приятнее читать Петрарку с Корнелией, чем обсуждать с женой, где взять средства вести более широкую жизнь. И вследствие реакции против окружающих, которых чувствовала смутно враждебными себе под маской благожелательности, она сделалась
насмешлива и холодна. В самые торжественные моменты, когда вся компания говорила об эмансипации и добродетели, Шелли видел, как она обменивается насмешливыми улыбками с Хоггом и Пикоком, новым скептическим приятелем, с которым недавно познакомилась. Он переносил иронию Хогга, но ирония жены раздражала его. Ум Хогга был совершенно другой мир, отдельный от его мира, и эту отдельность он допускал. Но ум Гарриет был его произведением. Он его образовал, воспитал, он привык к тому, чтобы он был эхом его ума. Неожиданно открыв, что это другое его «я», оторвалось от него и слушала его с насмешливой улыбкой, он почувствовал страшную грусть. Ничто не придает такого глупого вида, как скрываемая ревность. Вместо того, чтобы открыто напасть на противника, что было бы естественно и даже трогательно, начинают придираться к безобидным словам и самым обыкновенным поступкам. Так что живое и законное чувство получает характер невыносимой и мелочной придирчивости. Гарриет находила все дурным в Бракнеле, потому что ревновала к Корнелии Тернер. Но Шелли, который приписывал ее насмешливый вид, ее вульгарные остроты непростительному ребячеству, стал держаться в отношении ее с достаточно презрительной холодностью. Тогда из гордости она еще усилила свое насмешливое обращение. «Элиза права», — думала она, — «он эгоист и восхищается сам собой, потому только что он любит эту уединенную жизнь, эти пустые разговоры и итальянские стихи, он хотел бы навязать их мне. Но по какому праву он запрещает мне иметь мои собственные вкусы? Эти женщины, которыми он восторгается, не так молоды и хороши, как я. Он скоро пожалеет обо мне». Она выразила намерение ехать в Лондон, чтобы повидаться с Элизой. Из вежливости ее просили остаться, но особенно не настаивали. У бедного Шелли, думали дамы, Буанвилля, как прежде девицы Годвин, у бедного Шелли не такая жена, какая ему была бы нужна. Это повторялось не раз. Она оставляла Шелли в Бракнеле, а большую часть времени проводила в Лондоне с Элизой. Услужливые друзья вскоре сообщили Шелли, что ее часто встречают с майором Райаном. В первый раз со времени женитьбы мысль о том, что жена его может ему изменить, представилась Шелли. Вообще, к вопросу о супружеской неверности, рассуждая о нем отвлеченно, он относился с величайшим презрением. Но когда он подумал об этом в связи с собой, как возможным действующим лицом, он почувствовал такое сильное страдание, какого никогда не испытывал. Разум говорил ему, что он должен быть счастлив, избавляясь от ничтожной женщины. Не любил ли он скорее прелестную Корнелию Тернер, чем Гарриет, которая так раздражала его в Бракнеле своей вульгарностью? А если он ее не любил, то разрыв не был ли самой простой развязкой? Не всегда ли он сам утверждал, что в тот день, когда гаснет любовь, каждый из супругов должен вернуть себе свободу? Но напрасно он повторял себе эти рассуждения, столь истинные. К величайшему изумлению своему он открыл, что Гарриет и Перси Шелли совсем не два отдельных и свободных существа. Общие воспоминания, ласки, страдания оплели их невидимой, но осязаемой сетью, и каждое их усилие вырваться причиняло боль. Он помчался в Лондон с решением оправдаться, просить прощения, но нашел Гарриет как бы закоченевшей в той же неприятной, иронической позе, и это делало невозможным всякий душевный разговор. Подобная перемена была непостижима. Этот ребенок, такой кроткий и покорный 3 месяца тому назад, стал сух и высокомерен. Иногда на короткое мгновение Шелли казалось, что вот мелькнул под грубой оболочкой гордости образ прежней Гарриет. Но если он пробовал заговорить с ней более нежно, то наталкивался на ту же холодную броню. Блуждая без цели по улицам Лондона, он думал:
Как я был безрассуден, связал себя навсегда с женщиной, которая меня не любит, никогда не любила. Теперь ясно, что она вышла за меня только ради богатства и титула. Она обманулась в своих надеждах и заставляет меня расплачиваться за свое разочарование. И он повторял с отвращением: «Сердце холодное, как ледяная глыба, как ледяная глыба». Может быть, если бы они остались одни, ему бы удалось пробудить в ней прежнюю Гарриет, но между ними была Элиза, враждебная, натянутая, неустранимая, а за кулисами держался любезный и храбрый майор Райан, всегда готовый выражать сочувствие жене, обижаемой мужем-доктринером. После нескольких дней борьбы горячность Шелли внезапно упала. Порывами он был способен на такое моральное напряжение, когда для него не было ничего невозможного. Но точно так же, как некогда в Оксфорде он после своих прогулок впадал в непобедимое оцепенение, его нервная воля походила на умирающее пламя, которое ярко разгорается и тотчас исчезает. Когда он увидел, что Гарриет остается холодной, то потерял всякую надежду спасти обломки своей семейной жизни. Он написал в Бракнель, что приедет на месяц без нее. Он ни на минуту не сомневался, что после такого продолжительного отсутствия найдет ее совершенно испорченной теми отвратительными людьми, которые ее окружали. Он знал, что пребывание в Бракнеле – только приятное интермеццо, за которым последует катастрофа. Но он чувствовал, что слишком устал и не в силах продолжать борьбу. «Я теперь, — говорил он, — как насекомое, которое играет и греется под солнечным лучом, набежит туча и погрузит меня навсегда в ад и холод». С грустью он повторял стихи Бернса. «Счастье походит на полевой цветок, который убивает срывающая его рука, или на снег, падающий на поверхность пруда. Он белеет на мгновение и тотчас исчезает». Ему казалось, что в хрустальный дворец его мысли Гарриет, его дочь, Элиза ввалились, как глыбы живой и неподатливой материи. Тщетно он старался всеми силами своей логики удалить их оттуда. Тяжелая действительность разбивала его легкое оружие. Глава 18. Второе воплощение богини. Бывали дни, когда Шелли, думая о хорошеньком и детском личике своей 18-летней жены, полагал, что еще будет возможно все забыть и все восстановить. В меланхолических стихах он пытался ей высказать какое-то страдание для него, жизнь которого согревалась ее лучистым и горячим взглядом, встречать теперь только ледяное презрение. Была ли она тронута этим? Он не знал, она все больше замыкалась в своем враждебном молчании. Не раз он оставлял ее одну, вероятно, в отместку, когда он вернулся в Лондон, она уехала, в свою очередь, в Бат с дочкой. Шелли было необходимо остаться в городе, его совершеннолетие наступило, но дела его не подвинулись. Его адвокат сказал ему, что надо опасаться семейного процесса о лишении его майората. Кругом в долгу он упорствовал в желании платить за чужие долги. Детское издательство, основанное Годвином, терпело крушение, и видеть этого старого борца за право, придавленного денежную нуждою, было тягостно для его ученика. Но чтобы спасти его, нужно было 3000 фунтов. Это была большая сумма. Когда на сцену выступил этот план спасения, Годвин опять проникся живым интересом к Шелли. И так как тот жил в Лондоне на холостом положении, ввиду отъезда его прекрасной половины на дачу, то его пригласили приходить каждый вечер на Скиннер-стрит обедать. Он согласился тем охотнее, что ему было приятно опять увидеть молодых девушек. Годвин сказал ему, что он найдет еще одну Мэри, возвратившуюся, наконец, из Шотландии. Годвин изобразил ее в чрезвычайно привлекательных чертах. 17 лет, ум живой, деятельный, большое стремление к науке, непобедимая настойчивость.
Уже Фанни и Джен описывали ее, что она так же умна, как красива. Ее мать, Мэри Вульстонкрафт, вызывала в Шелли большое поклонение. Он чувствовал некоторое волнение при мысли о встрече с этой незнакомкой. У него была потребность воплощать в каком-нибудь прекрасном лице те таинственные и благостные силы, которые, как он верил, рассеяны по всей вселенной. Это было необходимо для его счастья. Любовь была для него страстным восторгом, целостным актом веры, совершенным слиянием чувственного и духовного. Если бы Мэри не приехала, или если бы она оказалась не такой, как он ожидал, то это чувство, которое кружилось над Шелли, опустилось бы на Фанни, может быть, на Джен, но оно было предназначено Мэри. Лицо было чистое, тонкое и бледное, высокий лоб, глаза орехового цвета, серьезные и кроткие. Выражение ума, грусти, мужества и гордости тотчас же внушило Шелли тот же энтузиазм, который он испытывал, читая Гомера или Петрарку. В этом нежном ребенке ему показалось что-то героическое, а смесь героического и женственного была именно то, что больше всего его трогало. «Сколько серьезности и чувствительности!» — думал он, слушая с восхищением этот молодой голос. «Красивая и мыслящая девушка в том прелестном возрасте, когда с женской грацией еще соединяется пылкая любознательность юноши, всегда была в глазах Шелли самым совершенным произведением искусства». У него тотчас зародилось желание обвить братской рукой эти хрупкие плечи и заставить блестеть эти глаза, с жадным вниманием следившие за головокружительным полетом воздушной метафизики. Этот идеал воплотился в Гарриет Вестбрук далеко не совершенно. Одну минуту он надеялся, что в ней найдет это прелестное слияние красоты и разума, но Гарриет не выдержала трудного испытания. В глубине ей не доставало серьезности, даже когда она притворялась, что интересуется идеями, ее равнодушие сквозило в пустоте ее взгляда. К тому же она была кокетка, легкомысленна, искусница в маленьких женских уловках, и этого одного было достаточно, чтобы совершенно охладить Шелли. Эта Мэри с ореховыми глазами была тонка и крепка, как сталь. Ее ум, воспитанный автором политической справедливости, был свободен от всякого женского суеверия и отличался изящной точностью, которую подчеркивала отчетливая, несколько острая ясность ее голоса. Каждый вечер, обедая в маленьком доме на Скиннер-стрите, Шелли целыми часами смотрел на Мэри. Он показывал вид, что слушает Годвина, который излагал ему печальное состояние своих дел, или обсуждал английский бюджет, или законы о печати, но глаза его беспрестанно поворачивались к ней. Она также была вся готова полюбить его. Это подготовление было совершено ее сестрами, которые целый месяц в своих письмах только и говорили, что о своем прекрасном поэте. Но описания, изображавшие Шелли, всегда оказывались ниже действительности. Она тотчас же увидела, что заинтересовало его. Хотя он никогда не жаловался, она чувствовала, что его снедает грусть. Раз вечером, когда они остались одни в комнате, где висел портрет Мэри Вульстонкрафт, она с ним заговорила о своих собственных огорчениях. Она обожала своего отца, но ненавидела миссис Годвин. Из-за нее ей стал ненавистным и дом на Скиннер-стрите. Единственное место в мире, где она чувствовала себя спокойной, была могила ее матери. Она ежедневно туда ходила читать и размышлять. Шелли, чрезвычайно тронутый, просил разрешения сопровождать ее туда. Таким образом, спустя 5 лет он опять очутился на кладбище, сидя рядом с молодой чистой девушкой, серьезной и страстной. Еще раз божественное начало облеклось в женщину.
Но, увы, Шелли не был больше свободен. Он чувствовал, что его влечет к ней непреодолимая сила. В нем было желание овладеть этой рукой, этим ртом с тонким и прекрасным изгибом. Он думал, что и она стремится к нему, и они старались не смотреть друг на друга. Что он мог ей предложить? Он был женат. Без сомнения, брак — только условность, и, перестав любить, он опять обрел свою свободу. Он никогда ничего другого не обещал Гарриет. Вдобавок он был уверен, что она ему изменила с майором Райаном, и никаких угрызений из-за нее не имел. Но его брак был легально неразрушим. Что же он мог дать Мэри? Мог ли он принять для нее то позорное положение, которому некогда не хотел подвергать свою первую возлюбленную? Тем не менее, любовь разделенная, хотя и без надежды, была все-таки лучше, чем сомнение и нравственное одиночество. Он решил, что скажет Мэри всю правду о своей семейной жизни. Супружеская любовь, даже умирающая, еще долго защищается от посторонних ударов, облекаясь в броню молчания. Но наступает момент, когда мужчина находит болезненное удовольствие в том, чтобы обнажить свои раны. Шелли изобразил Гарриет так, как он ее теперь видел, и невольно приписал свое разочарование мотивам духовного порядка. Он имел потребность в подруге, которая бы чувствовала поэзию и понимала философию. Гарриет не была способна ни на то, ни на другое. Он находил горестное наслаждение, развенчивая то, что он потерял. Он подарил Мэри экземпляр «Царицы Мабб». Томик был посвящен Гарриет, вдохновительнице этих строф. Внизу напечатанного посвящения он написал: «Граф Слобендорф был готов жениться на женщине, которую привлекало его богатство и которая доказала свой эгоизм, покинув его в тюрьме». Мэри, придя к себе в комнату, сделала такую приписку: «Эта книга священна для меня, никто, кроме меня, не раскроет ее, и я в ней буду записывать все с полной откровенностью. Но что же я напишу? Что я невыразимо люблю автора, и что все меня отделяет от него, моей самой дорогой и единственной любви. Любовь обручила нас, но я не могу принадлежать вам, не могу принадлежать никому другому. Но я вся твоя, немым поцелуем, невидимым взглядом и тайной улыбкой я отдалась тебе, и дар мой священен». Эти невидимые взгляды, непонятные для других улыбки, Годвин, однако, видел и понял. Он встревожился по поводу отношения его дочери к женатому человеку. Он указал ей на опасность и просил перестать видеться с Шелли. Он написал Шелли в том же духе, советовал ему помириться с женой и просил не приходить на Скиннер-стрит, пока страсти не успокоятся. Этот запрет, хотя и благожелательный, только ускорил события, которые без него произошли бы, вероятно, позднее. Шелли, страстно влюбленный в Мэри и не имея возможности видеться с нею, решил покончить с таким положением вещей. Совесть его не упрекала за отношение к Гарриет, которую он упорно продолжал считать виновной, несмотря на то, что говорили ему такие беспристрастные свидетели, как Пикок и Хогг. «Ее интересует только одно, — думал он, — деньги. Я ее обеспечу, и она будет очень рада освободиться». Он пригласил ее в Лондон, чтобы сообщить ей о своих намерениях. Она приехала. Она была беременна на 4-м месяце и сильно страдала. Когда муж объявил ей спокойно и с добротой, что намерен дальше жить без нее и бежать с другой, но что он остается самым преданным из ее друзей, это так на нее подействовало, что она тяжко заболела. Шелли за ней ухаживал с преданностью, которая делала ее еще более несчастной. Как только она стала поправляться, он возобновил неумолимый ход своих прежних рассуждений. Союз мужчины и женщины священен лишь до тех пор, пока он способствует счастью соединившихся. Этот союз, естественно, расторгается, когда приносимое им зло перевешивает добро. Постоянство само по себе не есть добродетель, скорее порок в той мере,
в какой заставляет относиться с терпимостью к недостаткам в любимом предмете. Когда он растягивал вокруг нее эти прозрачные и нерасторжимые петли, Гарриет себя чувствовала погибшей, как прежде, когда она хотела отстоять против него свои религиозные убеждения, так и теперь она чувствовала, что опутана со всех сторон. Она знала, что ответ на это все возможен, что это громадное страдание, эта тоска, эта смесь любви и ужаса, все это искало выражение и могло бы его найти, если бы ум ее был яснее, но она не могла найти то, что нужно было сказать. Ей казалось, что она бьется среди невидимых стен. Чтобы дать выход тому, что в ней накипело, она яростно напала на Мэри. Это она все подстроила, отняла у нее привязанность мужа, спекулировала на его любви ко всему романтическому и увлекла его на эти свидания на могиле, которые должны были иметь такую привлекательность для него. Она постыдно играла памятью своей матери. Мэри с своей стороны думала о Гарриет без малейшей жалости. Она составила себе о ней отвратительное представление. Женщина, которая имела счастье быть женой Шелли и была не способна сделать его счастливым, такая женщина могла быть только эгоисткой и ничтожеством во всех отношениях. Она знала, что Шелли проявит большую щедрость, что он готовит для жены дарственный акт, что своему банкиру сделает распоряжение о выплате ей большей части своего годового содержания, и это успокаивало ее совесть. «Она получит деньги и будет очень довольна», — говорила Мэри с презрением. Шелли был нервен и волновался. В его душе поднялось восстание противоречивых чувств. Когда он видел Гарриет в ее припадках отчаяния, он не мог забыть прошлое, которое было так прекрасно. Но когда снова встречался с Мэри, он обожал эту грацию и серьезность. Чтобы иметь хоть несколько часов покоя, он стал принимать лауданум. В дозах все более и более сильных он показал бутылочку своему другу Пикоку и сказал: «Я теперь не расстаюсь с ней», и прибавил: «Я постоянно повторяю стихи, которые вы перевели из Софокла: лучше всего не родиться вовсе, но если ты родился, то самое лучшее — поскорее вернуться туда, откуда ты явился». Часть вторая. Глава первая. Шестинедельное странствие. Почтовая карета была заказана к 4 часам утра. Шелли всю ночь бодрствовал, стоя перед домом Годвинов. Наконец он увидел, что звезды и фонари побледнели, Мэри в дорожном костюме отворила дверь без шума. Джен Клермонт, которая в последнюю минуту решила поехать с сестрой, с хлопотливым видом тихо говорила о багаже. Длинное путешествие в карете очень утомило Мэри, но Шелли не осмеливался остановиться, так как боялся погони Годвина. Наконец, около 4 часов вечера они приехали в Дувр. Там, после затруднительных переговоров с таможенными чиновниками и моряками, они нашли маленькое судно, на котором соглашались перевести их в Кале. Вечер был прекрасный. Белые береговые скалы медленно исчезали из виду, беглецы увидели себя вне опасности, но Мэри заболела и всю ночь провела лежа на коленях у Шелли, который и сам был истощен от усталости. Луна медленно закатилась за горизонт, потом в совершенной темноте разразилась гроза, и молнии быстрыми ударами поражали черное и вздувшееся море. Наконец гроза удалилась, ветер ослабел, и широкий шар солнца поднялся над Францией. На улицах Кале веселое оживление порта, чужой язык, живописные костюмы рыбаков и женщин стряхнули с Мэри ее оцепенение. Они провели день в гостинице, потому что надо было ждать багажа, который должен был прибыть с почтовым судном. Вместе с багажом почта привезла миссис Годвин и ее зеленые очки.
Толстая дама надеялась убедить, по крайней мере, Джен возвратиться на Скиннер-стрит, но красноречие Шелли победило, и миссис Годвин поехала назад одна. В 6 часов вечера путешественники покинули Кале и поехали в Булонь в кабриолете, запряженном тройкой лошадей. Они намеревались отправиться в Швейцарию, но, доехав до Парижа, увидели, что кошелек их пуст. Они имели письмо к одному французу, Тавернье, который должен был доставить им деньги. Они его пригласили на брекфаст в гостиницу. Он им показался совершенным идиотом, потому что с трудом понимал крайнюю необходимость путешествия двух молоденьких девушек с высоким и экзальтированным молодым человеком. Шелли должен был заложить часы и цепочку, он получил за них 8 наполеондоров. На этом можно было прожить 15 дней, и со спокойным духом они принялись осматривать бульвары, Лувр, Нотр-Дам. Но им это скоро надоело, и они предпочли оставаться в гостинице и перечитывать вместе сочинения Мэри Вулстонкрафт и поэмы Байрона. По истечении недели Тавернье, в сущности славный малый, согласился дать им взаймы 1200 франков. На эти деньги нельзя было ехать в дилижансе, и они решили отправиться пешком, а для Мэри купили осла. Шелли пошел на скотный рынок и вернулся в гостиницу с крошечным осликом. На следующий день утром фиакр повез его, его жену и своячницу к Шарантонской заставе, ослик бежал позади кареты. В 1814 году дороги во Франции были небезопасны, армии только что были распущены. Шайки солдат-мародеров грабили проезжающих. Люди, работавшие на полях, с удивлением смотрели на этот караван, состоявший из двух хорошеньких девушек в черных шелковых платьях, юноши с вьющимися волосами и до смешного крошечного ослика. Сделав несколько километров, ослик так устал, что не мог двигаться дальше. До ближайшей остановки Шелли и Джен несли его на руках. В деревне, где переночевали, они продали его крестьянину и заменили его мулом. Вся эта местность была опустошена войной, деревни наполовину разрушены, дома часто без крыш, с балками, почерневшими от пожаров. Когда на какой-нибудь ферме они просили молока, то фермер проклинал казаков, которые увели его коров. В жалких гостиницах постели были такие грязные, что Мэри и Джен не имели храбрости лечь в них. Громадные крысы шмыгали в темноте. Они стали проводить ночи на фермах, сидя на кухне. От огромного пылающего очага стояла духота, плач детей, треск старого дерева сливался со смутными грезами полусна. Мэри с тоской спрашивала себя, не слишком ли большое горе причинила она отцу своим бегством. Шелли думал о судьбе Гарриет. Из Труа он написал ей длинное письмо, прося ее приехать к ним в Швейцарию. Она будет жить возле них и будет, по крайней мере, уверена, что найдет там бескорыстного друга. Он сообщал ей о здоровье Мэри, и эта откровенность казалась ему совершенно естественной и простой. Он не сомневался, что жена его не замедлит приехать. Может быть, свет осудит эту совместную жизнь как безнравственную. Ну, что значит мнение света? Недостойнее ли руководиться состраданием и любовью, чем предрассудками, лишенными разумного основания? Гарриет не ответила. Через Понтардье и Невшатель они добрались до озера 4 кантонов. Шелли хотел устроиться в Брюннене, возле часовни Вильгельма Теля, защитника свободы, в единственном свободном здании, какое они нашли в окрестностях, в старом замке, пустынном и развалившемся, они сняли 2 комнаты на 6 месяцев, купили кровати, стулья, шкафы, переносную печку. Местный священник и врач пришли с визитом к новым поселенцам. Шелли в тот же день начал новый роман «Убийцы». Словом, это было окончательное устройство. Но новая печка не тянула. Шелли своими неловкими руками тщетно старался помочь делу. В комнате было страшно холодно и дымно.
Снаружи дождь хлестал в окна. Трое детей, покинувших родину, почувствовали себя совершенно одинокими. Они стали говорить об английских домах, комфортабельных и уютных, об английском чае, горячем и душистом, об английском небе, туманном и кротком, о людях в Англии, холодных и благожелательных, которые говорили на их языке и умели произносить их имена, об английских ростовщиках, жадных, но услужливых. Шелли сосчитал общую кассу, у них осталось всего 28 фунтов. Во всех трех поднялось непобедимое желание, которое Шелли высказал наконец вслух — вернуться домой. Как только слово было произнесено, решение было принято, и они все повеселели. «Смешно подумать, — сказала Джен, — что мы, прожив только два дня, покидаем комнаты, нанятые на полгода, и... а меблированные за наш счет. Когда я смотрела на удалявшиеся скалы Дувра, то думала, что никогда больше их не увижу, и вот это происходило в полночь. Утром следующего дня под проливным дождем они по озеру поехали в Люцерн. Кюре Брюннена был крайне удивлен, когда узнал об их отъезде. Из Люцерна водным путем они добрались до Базеля, затем до Кёльна. Погода стояла отличная, по вечерам под звездами лодочники распевали чувствительные немецкие песни, Шелли работал над убийцами, Мэри и Джен также начали по роману, и увенчанные развалинами холмы снабжали их тысячу прекрасных декораций для приключений романтических героев. Потом голландский дилижанс повез их через спокойный и уютный ландшафт каналов, мельниц, деревянных домов. Когда они прибыли в Роттердам, их кошелек совсем опустел. Какой-то капитан после долгих обсуждений согласился взять их к себе на борт. Море было такое же неспокойное, как в день их отъезда из Англии. В продолжении переезда Шелли спорил о негритянском вопросе с каким-то пассажиром, у которого были отсталые идеи. Мэри и Джен горячо его поддерживали. Они совершенно не знали, будет ли у них завтра на обед, но они знали, что Перси гений и что человек доступен совершенству.